Наш мир намного удивительнее, чем мы можем себе вообразить. Он полон загадок, и каждый раскрытый секрет приближает нас к истине. Вы хотите знать то, о чем не пишут в учебниках и не сообщают в новостях? Какие тайны хранит прошлое, скрывает настоящее и готовит нам будущее? Об этом расскажем прямо сейчас. В эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе Т-90 против танков армии НАТО. На что способны эти машины в реальном бою? И почему эксперты считают российский танк непобедимым? Под крылом самолета. Самые невероятные воздушные трюки. Как выиграть партию в теннис на крыле самолета? Куда можно долететь на мотоцикле? И что такое СВУП? В парашютном спорте сегодня существует порядком 9 дисциплин. Мистер Олимпия без Олимпиады. Современный бодибилдинг. Спорт или болезнь? Почему молодые атлеты не хотят участвовать в соревнованиях? И как выглядит самый старый бодибилдер планеты? Нужно постоянно в чем-то себя ущемлять, держать режим питания, держать режим сна, держать режим тренировок. Белые вороны животного мира. Как звери-альбиносы выживают в дикой природе? Какие преимущества есть у белого крокодила? И чем белые тигры отличаются от других животных-альбиносов? Ежегодно в России около 20 тысяч человек гибнут в пожарах. Как победить стихию и что делать, если вы горите? Быстрее сюда! Быстрее, быстрее, быстрее! В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В России планируют создать специальный колесный танк. По словам конструкторов, эту машину будут применять при антитеррористических операциях. Индийские инженеры также выступили с заявлением. Они приступают к разработке танка-беспилотника. Военные эксперты считают, что танковые войска – одни из важнейших показателей мощи армии. Так, по оценке аналитиков, сегодня наши бронетанковые войска – одни из сильнейших в мире. Какие уникальные машины есть на вооружении у нашей страны? И на что они способны в реальном бою? Из каких танков состоит армия НАТО? Кто победит – российский Т-90 или американский «Абрамс»? По мнению военных экспертов, главные противники Т-90 в армии НАТО – немецкие танки «Леопард-2». «Леопард-2» стоят на вооружении большинства стран Европы – от Скандинавии до Средиземного моря. По своим характеристикам, «Леопард-2» почти не уступает российским танкам. Но отечественные специалисты уверены, что в реальном бою у Т-90 больше шансов на победу. Броневая защита нашего Т-90 – она лучше, чем у «Леопарда». Наши пушки, значит, работают на дальности в 6 тысяч метров и 6 километров, то, значит, у оппонентов, значит, у «Леопарда» это 3 тысячи метров. К нам два раза приблизиться, чтобы он нам только поражать начинать до 3 тысяч. А мы его на 6 тысяч метрах расстреливаем. Оба танка участвовали в боевых действиях. Но если «Леопарды» гарантированно уничтожаются ручным противотанковым оружием еще советского образца, не говоря уже о танковой пушке, то российский Т-90 неуязвим даже для современного американского противотанкового комплекса «Джавелин». На сегодняшний день танк Т-90 показал просто великолепные результаты в Сирии. То есть определенное количество танков с динамической защитой и активной защитой «Афганит» были поставлены непосредственно вот для ведения боевых действий. По танкам Т-90 велся огонь, в том числе знаменитыми «Джавелин». Причем на момент пуска «Джавелина» сирийский экипаж забыл включить систему активной защиты «Афганит». Она могла бы еще в полете перехватить вражескую ракету. Тем не менее, оказалось достаточно противоракетной системы «Штора». Она просто увела «Джавелин» в сторону. В последние годы США перебрасывают в Европу десятки танков «Абрамс». Машины активно участвуют во всех войсковых учениях стран НАТО. Сегодня это одна из самых воюющих машин в мире. Но у «Абрамсов» есть один существенный недостаток. Это старый танк, и его можно подбить даже с помощью советских ручных гранатометов.
Российский Т-90 обстреливали новейшими снарядами на полигоне Уралвагонзавода, чтобы выявить его слабые места. С расстояния в 200 метров по танку 6 раз ударили боеприпасами по мощности, сопоставимыми со снарядом «Абрамса». После этого Т-90 своим ходом добрался до следующей испытательной площадки. По мнению экспертов, «Абрамс» подобного обстрела просто не выдержит. Поэтому в бою против нашего танка у американца нет шансов. Новая пушка 2.83 позволяет возможность стрелять длинными снарядами. Запросто может пробить броню того же «Абрамса» без всяких проблем, включая лобовую. Сегодня эксперты считают, что на европейском континенте у российских танков просто нет достойных соперников. Сейчас, чтобы противостоять нашим машинам, Германия срочно разрабатывает новый танк – «Леопард-3». Именно он станет основным танком войск НАТО. Латышский парашютист Ингус Аукстканс первым в мире использовал для прыжка с парашютом дрон. С помощью беспилотника он поднялся на высоту 330 метров. Современные спортсмены готовы на самые безумные эксперименты, чтобы впечатлить зрителей. Как выиграть партию в теннис на крыле летящего самолета? На что способен мотоцикл с парашютом? Что толкает людей на опасные трюки? И почему однажды, став экстремалом, человек не может остановиться? Несколько лет назад этот видеоролик взорвал интернет. Знаменитый теннисист Новак Джокович продемонстрировал свои таланты на крыле летящего самолета. Мнения экспертов разделились. Одни восхищались спортсменом, исполнившим опасный трюк. Другие утверждали, что это монтаж и спецэффекты. Люди стоят на крыле, имитируют, что они играют в теннис. По сути, это сделать нереально, потому что самолет летит с постоянной скоростью и как минимум 200 км в час. После удара ракеткой по мячу где-то этот шар окажется. Но мало кто знает, что Новак только повторил знаменитый трюк почти столетней давности. Впервые его исполнила женщина. Гледисон Рой называли королевой воздуха. Она играла в теннис на крыле летящего биплана, танцевала Чарльстон в полете, ходила по крылу с завязанными глазами и перепрыгивала из самолета в самолет прямо в воздухе. И в отличие от Джоковича, Рой делала свои трюки без страховки. Трюк королевы воздуха в 2010 году повторил австрийский экстремал Пол Стейнер. На высоте 2100 метров он перепрыгнул с одного летящего самолета на другой. Мало кто знает, но именно Глэдис считают родоначальницей парашютного экстрима. Ее трюки легли в основу многих популярных сегодня видов спорта. В парашютном спорте сегодня существует порядком 9 дисциплин. Это классический парашютный спорт, групповая акробатика, индивидуальная, фристайл, фрифлай, скайсерф, купольная акробатика, пилотирование, скоростное пилотирование, скоростное снижение, падение, когда спортсмен развивает самую максимальную скорость до того, как раскрыть парашют. Так выглядит одна из самых новых и экстремальных парашютных дисциплин – СВУП. От прочих ее отличает то, что трюки спортсмены исполняют не высоко в небе, а у самой земли. На скорость около 100 км в час они приземляются на специальную водную поверхность – СВУП-понд. Со стороны эти прыжки кажутся смертельно опасными. Но, по словам парашютиста-любителя Алексея Нечипаса, на самом деле современное оборудование сводит риски к минимуму. Парашютные системы, они усовершенствовались, в них вносились какие-то доработки, потому что, к сожалению, парашютный спорт, он написан кровью, но, соблюдая правила, оно настолько надежное, что травматизм практически минимален. Еще одно модное развлечение – мото-бейс-джампинг. Прыжки с парашютом на мотоцикле. Правда, подобные трюки по карману только очень состоятельным людям. Ведь после такого прыжка мотоцикл сразу же отправляется на свалку. Но самый дорогой прыжок – групповое сальто из летящего автомобиля. Этот трюк в прошлом году исполнили парашютисты из Америки. Они прыгнули с высоты 9000 метров.
прыгая с неуправляемым предметом в виде машины, ты не знаешь, что от него можно ожидать. В любой момент может произойти все, что угодно. Машина могла перевернуться и в другую сторону, могла произвести определенные зацепы либо травмы при опрокидывании. И на самом деле ребятам очень сильно повезло, то, что все живы, все здоровы. Но почему люди идут на такой риск? Исследователи независимого научного центра США IOM утверждают, что экстремальные виды спорта вызывают зависимость, схожую с наркотической. В поисках очередной дозы адреналина спортсмен просто не может остановиться и с каждым разом увеличивает степень риска. Падая в течение 50 секунд, ты чувствуешь, как твое тело сопротивляется набегающему потоку снизу. Ты свободен, ты паришь, ты можешь делать все, что угодно. И именно вот эти чувства заставляют людей каждый раз срываться в любое свободное время, любой выходной, в любой праздник, ехать на аэродром, одевать парашют, подниматься в небо и прыгать. Удивительно, но подобный бум экстрима мир уже переживал после Первой мировой войны. В 20-е годы из войск демобилизовались тысячи летчиков. С одной стороны, пилоты привыкли рисковать жизнью. С другой, в условиях послевоенного кризиса и безработицы они были никому не нужны. Головокружительными воздушными трюками эти люди зарабатывали на хлеб. Далее в программе. Мистер Олимпия без Олимпиады. Современный бодибилдинг. Спорт или болезнь? Почему молодые атлеты не хотят участвовать в соревнованиях? И как выглядит самый старый бодибилдер планеты? Нужно постоянно в чем-то себя ущемлять, держать режим питания, держать режим сна, держать режим тренировок. Белые вороны животного мира. Как звери-альбиносы выживают в дикой природе? Какие преимущества есть у белого крокодила? И чем белые тигры отличаются от других животных-альбиносов? Звездные врата ЦРУ. Американские спецслужбы готовили отряд людей X. Кто входил в подразделение? Чем занимались эти люди? И зачем агенты приказали фокуснику Ури Геллеру убить свинью? В общем-то, причиной этих звездных врат самой программы послужил сам Ури Геллер. Загадка бушменов. Ученые доказали, что это племя старше остального человечества на 60 тысяч лет. Откуда пришли эти люди? И правда ли, что они говорят на языке животных? Это их природное чутье. Они живут в этой среде. Они прекрасно чувствуют эту землю. И, конечно, чувствуют, какие процессы происходят в ней. Ежегодно в России около 20 тысяч человек гибнут в пожарах. Как победить стихию и что делать, если вы горите? Быстрее сюда! Быстрее, быстрее, быстрее! Проклятие форта Пхангар. Индусы утверждают, что в крепости живут призраки. Почему и куда исчезли 10 тысяч жителей этого города? И что случилось с теми, кто решил переночевать в проклятом замке? Это не некое военное сооружение, а обычный феодальный замок, внутри которого располагались многочисленные храмы, цвели сады. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В Мельбурне 70-летний Арнольд Шварценеггер принял участие в конкурсе для бодибилдеров-любителей. Правда, выйти на сцену в плавках железный Арни не решился. Фигуру демонстрировал в костюме. Знаменитый актер считает, что золотая эпоха бодибилдинга уже прошла. В наше время гора мышц уже никого не впечатляет. Но даже те, кто все еще мечтает о фигуре олимпийца, сегодня гонятся не за рекордными нагрузками на штанге, а за лайками в интернете. Какой он, современный мир бодибилдинга? И почему врачи считают этот спорт вредным? Как стать спортивным кумиром? И что рассказывают те, кому это уже удалось? Как выглядит самый старый бодибилдер в мире? Ни один бодибилдер не бывает доволен тем, как он выглядит. Бодибилдинг – это тяжелый труд. Ты должен постоянно ставить перед собой новые цели и добиваться их любой ценой.
Это Джим Арингтон. Ему 86 лет, и он самый старый бодибилдер в мире. Удивительно, но даже в своем почтенном возрасте мужчина не вылезает из спортзала. И все ради того, чтобы сохранить форму. По словам врачей, Арингтон – это не правило, а исключение. На самом деле большинство профессиональных бодибилдеров только внешне здоровяки. Зачастую у этих спортсменов очень слабое здоровье, ведь они годами изнашивают свой организм, подвергая его экстремальным нагрузкам в погоне за идеальным телом. Нужно постоянно в чем-то себя ущемлять, держать режим питания, держать режим сна, держать режим тренировок. Все это через какое-то время надоедает. Когда тренировки перестают быть эффективными, многие атлеты выбирают более простой способ обрести и сохранить форму – стероиды. По словам специалистов, сегодня их употребляет каждый второй бодибилдер. Стероиды используются в спорте, хотя это является допингами, и они запрещены в спорте высших достижений. Но в бодибилдинге, в наращивании мышц, это сплошь и рядом. Это может приводить тоже к нарушениям со стороны организма. Еще 30 лет назад титул «Мистер Олимпия» был самым желанным в мире бодибилдинга. Победитель получал около полумиллиона долларов. Но эксперты утверждают, что сейчас молодые атлеты мечтают вовсе не о победе в профессиональных соревнованиях, а о популярности в социальных сетях. Просто не особо неинтересно, я не вижу интереса просто идти на сцену, там, что какие-то старые дядьки тебе говорят, кто красивее. Это Дэвид Лейт. Когда он был ребенком, его семья переехала из Эстонии в США. К 20 годам он стал настоящей звездой для американских тинейджеров. Всего за несколько лет из тощего подростка Лейт превратился в бодибилдера. Сейчас за его тренировками в интернете следят более 600 тысяч подписчиков. Мне кажется, сейчас это какая-то дань моды. Сама в себе фитнес-индустрия находится в таком очень развитом положении. Сейчас это просто очень модно. Поэтому огромное количество людей сейчас приходит в залы, видимо, чтобы соответствовать какому-то общему образу. Американский подросток Мэнни Дрекслер начал качаться еще в 13 лет. Теперь юноша ведет свой блог. Участвовать в профессиональных соревнованиях он не стремится. Гораздо больше его привлекают лайки и подписчики. Ведь на социальных сетях можно заработать гораздо больше денег и популярности, чем на сцене. Привет! Сегодня особенный день. Я давно хотел записать такое видео. Сегодня вы проведете со мной весь день. Фитнес-гуру утверждают, что при желании накачать можно любое тело. Например, у американца Ника Сантонастаса из-за редкого генетического заболевания, синдрома Ханхарта, нет ног и одной руки. Но это не помешало ему стать известным культуристом. В детстве я думал, что это несправедливо, что я таким родился. У меня даже были мысли о самоубийстве. Но спорт помог мне поверить в себя и в свои силы. С 2000 года Международная ассоциация культуристов пытается добиться для этого спорта официального статуса и сделать его одной из дисциплин Олимпийских игр. Но на все запросы и петиции спортсменов Международный олимпийский комитет отвечает отказом. В зоопарке итальянского города Ливорно родился редкий тасманский кенгуренок. Малыш Диди альбинос. По словам зоологов, вероятность появления такого животного на свет одна на 20 тысяч. Их называют жемчужными природы, белоснежными королевскими особами и ангелами земли. Как живется этим странным животным? Каково быть белой вороной в зверином обществе? Это Белоснежка. Так назвали белку-альбиноса британские ветеринары. Они спасли необычного грызуна от нападения других белок. Когда животное принесли в приют, оно истекало кровью.
По словам зоологов, звери-альбиносы часто становятся изгоями, причем не только в своей стае. Изначально это, в общем, генетические уроды в разной степени, мутанты. Потому что смысл вообще всей окраски природной, как правило, быть незаметным и для животных, которые служат кому-то добычей, и для хищников. Хищникам надо подкрасться незаметно, а тем, кого они добывают, надо прятаться. Фактически, животные-альбиносы не приспособлены для жизни в дикой природе, поэтому, как правило, они погибают до периода половой зрелости. Кроме того, у них почти нет шансов найти себе пару и завести потомство. Если брать приматов, да, они по окраске, значит, у некоторых по окраске морды, у некоторых по окраске более низких мест, вот, демонстрируя свои вот эти ярко окрашенные части, они привлекают самок. Чего, конечно, очень сложно сказать об альбиносах, потому что они в этом плане проигрывают во всем, потому что они, ну так, бледная стенка. Альбиносы размножаются только в неволе. Зоологи пытаются свести их с наибольшим количеством партнеров, чтобы они завели потомство. Так, в зоопарке Барселоны более 40 лет жил самец гориллы Снежок. Он стал отцом 21 раз, но ни один из малышей не унаследовал его гена альбинизма. А в питомнике бразильского университета Мато-Гроссу ученым удалось вывести сразу 8 крокодилов-альбиносов. Подросших присмыкающихся ученые выпустят в дикую природу. Цель эксперимента – узнать, смогут ли необычные особи прижиться. Для рептилий белая окраска, она неблагоприятна, потому что темная окраска лучше притягивает солнечный свет, они быстрее прогреваются. А поскольку они зависят от температуры тела, они лучше выживать. По словам ученых, сами животные-альбиносы не видят разницы между собой и другими представителями своего вида. Однако они отличаются не только отсутствием природного камуфляжа, окраса, но и слабым здоровьем. И это животное, безусловно, более восприимчиво ко всем заболеваниям. Недавно был на приеме ежик-альбинос, который наблюдается у нас, по сути, с двухмесячного возраста. За это время он уже был дважды прооперирован по поводу онкологии. Вот. И сейчас у него опять опухоль. Но мы решили уже ничего не делать, потому что животное за свои год и два и так уже натерпелось. Кроме онкологических заболеваний, у альбиносов почти всегда есть проблемы со зрением. Роговица их глаз, как и кожа, очень чувствительна к солнечному свету. Сосуды кровеносные просвечивают. Глаз снабжен сетью кровеносных сосудов, которые питают его мышцы и прочее. А если у нас радужная оболочка окрашена, мы эти сосуды не видим. А тут все видно. И это снижает зрение, потому что резкий свет сразу же заставляет реагировать на это. Мало кто знает, но на самом деле не все животные, лишенные привычного окраса, альбиносы. Например, знаменитые белые тигры и львы вовсе не страдают этим генетическим заболеванием. Их белый мех – это уникальный генотип, сохранившийся со времен ледникового периода. Это отдельный вид, который именно имеет такую светлую окраску, слегка расчлененную пятнышками, потому что он живет в высокогорье. В условиях снежного почти постоянного покрова ему надо охотиться. Вот. Он маскировочная окраска наподобие белого медведя. Сегодня белые тигры – большая редкость. Их практически истребили из-за ценного меха. Издревле таких кошек специально отлавливали. Например, в Юго-Восточной Азии считалось, что этих животных могут держать только члены королевских династий. Далее в программе. Звездные врата ЦРУ. Американские спецслужбы готовили отряд людей X. Кто входил в подразделение, чем занимались эти люди и зачем агенты приказали фокуснику Ури Геллеру убить свинью? В общем-то, причиной этих звездных врат самой программы послужил сам Ури Геллер. Загадка бушменов. Ученые доказали, что это племя старше остального человечества на 60 тысяч лет. Откуда пришли эти люди и правда ли, что они говорят на языке животных? Это их природное чутье, они живут в этой среде, они прекрасно чувствуют эту землю, и, конечно, чувствуют, какие процессы происходят в ней. Ежегодно в России около 20 тысяч человек гибнут в пожарах. Как победить стихию и что делать, если вы горите? Быстрее сюда! Быстрее!
Проклятие форта Пхангар. Индусы утверждают, что в крепости живут призраки. Почему и куда исчезли 10 тысяч жителей этого города? И что случилось с теми, кто решил переночевать в проклятом замке? Это не некое военное сооружение, а обычный феодальный замок, внутри которого располагались многочисленные храмы, цвели сады. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В деревне недалеко от Шанхая появилась мертвая река. В водоеме оказались 12 тысяч трупов свиней. Местные жители утверждают, что эти животные умерли в один момент. Якобы у них одновременно остановились сердца. Ветеринары не нашли объяснения этому феномену. А по мнению конспирологов, животных убили экстрасенсы, работающие над спецслужбы. Но зачем им это понадобилось? В рассекреченных архивах ЦРУ есть описание подобного эксперимента. В 80-х годах прошлого века в рамках проекта «Звездные врата» американская разведка вербовала экстрасенсов. Одним из агентов стал знаменитый израильский фокусник-менталист Ури Геллер. Но какие задания он выполнял? И зачем Геллеру приказали убить свинью? Вы видите, как ложка становится мягкой. Металл начинает таять. Сейчас я еще потру ее пальцами, и вот, она сломалась. Этот трюк прославил иллюзиониста Ури Геллера на весь мир. Его даже прозвали «королем ложек». Он гастролировал по всему миру. На выступлениях ломал металлические предметы силой мысли, останавливал стрелки часов, менял показатели компаса и утверждал, что он телепат. Но в 35 лет Геллер внезапно прекратил свои выступления, и о нем практически забыли. До тех пор, пока 3 года назад американские спецслужбы не рассекретили свои архивы. Среди 3 миллионов страниц были документы о программе «Звездные врата». Оказалось, что с 1972 по 1994 год американская разведка занималась поиском суперагентов. Сохранился даже список потенциальных людей X. С каждым из них «Звездные врата» работали по специальной инструкции, в которой, конечно же, оговаривался риск встречи с шарлатанами. Остерегайтесь экстрасенсов, которые больше заинтересованы в славе или деньгах, чем в решении дела. У Геллера не было необходимости думать о славе. Уже тогда, в 1973 году, он был признанным гением трюков на сцене. Знаменитый иллюзионист, сгибающий ложку силой мысли, словно Нео из «Матрицы», тоже стал одним из подопытных ЦРУ. По одной из версий, главной задачей израильского иллюзиониста было убийство не кого-нибудь, а генерального секретаря ЦК КПСС Андропова, причем необычным способом, прямо из Вашингтона. Чтобы убедиться в возможностях Геллера, в первом же тесте его попросили убить свинью силой мысли. Попросили его остановить сердце этой свиньи. Он понял, что свинья схожа, тело свиньи, оно схоже с телом человека. И если сейчас он остановит сердце свиньи, то в следующий раз его попросят на расстоянии остановить сердце какого-нибудь президента других стран, которые не угодны США. Смог ли Геллер выполнить этот тест и для чего на самом деле он проводился, сегодня сказать сложно. В рассекреченных архивах говорится только о том, как велась работа с Геллером. При этом о ее целях не сказано ни слова. Меня сажали в комнату, давали бумагу и карандаш. Я должен был воспроизводить на листке то, что нарисовал другой человек. Тот, который сидел в соседней со мной комнате. По сути, я должен был читать его мысли. Архивные отчеты о работе с Геллером в основном состоят из рисунков, похожих на детские каракули. И хотя художество Ури не копирует оригиналы полностью, основные детали фокуснику удалось угадать. Вот сравните. Это оригинальный рисунок, а это изобразил экстрасенс во время эксперимента ЦРУ. Заключение экспертов звучит так. Продемонстрировал свои способности паранормальной восприимчивости убедительным и недвусмысленным образом. Возможно, ЦРУ рассчитывало, что таким образом Геллер сможет скопировать чертежи советского оружия. Телепат должен был проникать в сознание врагов США, похищать секретную информацию и воздействовать на их разум. Еще ему приписывают главное. Якобы, что в 1987 году ЦРУ пригласило его для того, чтобы он смог заставить первого заместителя министра иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик Юрия Воронцова подписать договор о сокращении ядерного оружия.
Но иллюзионист Сергей Листопад считает, что дело не в магии, а в психологии и гипнозе. Возможно, весь фокус Ури Геллера в его умении производить впечатление на людей и завоевывать их доверие. Приглашают бизнесмены на какие-то сделки. Идет трудный оппонент, его нужно открыть. А когда ты показываешь ему какие-то чудеса, человеку мозги отключил, все, он теплый. И он уже подписывает бумагу, какая нужна, и все. Специалист по истории спецслужб Владимир Ткаченко Гильдебрандт считает, что на самом деле ученые не стали разоблачать Геллера, потому что его популярность была им на руку. Фокусник действительно работал на спецслужбы, но не как телепат, а как знаменитость. Его приглашали на правительственные ужины и встречи в разных странах. Он мог находиться в резиденциях, не вызывая никаких подозрений. Он не был кадровым сотрудником, он не был офицером, он просто работал на ЦРУ по определенным направлениям, исполняя определенные задачи. Знаменитая программа «Звездные врата», которую разработала ЦРУ. В общем-то, причиной этих «Звездных врат» самой программы послужил сам Ури Геллер. Считается, что конец успешной карьере Ури Геллера положил его конкурент, иллюзионист Джеймс Рэнди. Он написал целую книгу, разоблачающую способности израильтянина. Рэнди также раскрыл загадку фокуса с ложкой. Это всего лишь дело техники. Если согнуть ложку много раз в одном и том же месте, то металл станет очень мягким и податливым. А еще можно использовать ложку из специального сплава. Видите, как она легко гнется? После этого Геллер прекратил выступление. Сегодня он живет в Лондоне, ведет свое шоу на местном телеканале и планирует открытие собственного музея в Тель-Авиве. Мы находимся в здании, в котором скоро появится мой музей. Самые древние жители Земли – народ Ботсваны и Намибии – бушмены. К такому выводу пришла международная группа ученых. Бушменов считают одним из самых загадочных племен современности. По легенде, эти люди знают особый язык и умеют общаться с растениями и животными. Но как они это делают? Почему медики обращаются к ним за консультацией? И почему бушменам позволено убивать стариков и детей? Последние исследования генетиков доказали, цивилизация бушменов появилась задолго до шумерской и египетской. Но самое удивительное, в их ДНК нет генома ни одного известного первобытного предка человека. В отличие от всех других групп населения современного, у них, скажем, нет ни генов неандертальцев. Считается по классической теории, да, что и человечество в целом вышло из Африки. Последние генетические исследования, они как раз показали, что бушмены, по-видимому, наиболее древний осколок вот, современного человека. По результатам исследований, бушмены старше остального человечества почти на 60 тысяч лет. В 2012 году в пещере приграничного района ЮАР исследователи нашли набор инструментов, напоминающий те, что используют современные бушмены. Находку датируют 44-тысячным годом до нашей эры. Но самое удивительное, современные бушмены по-прежнему во всем следуют традициям племени. Например, вот так выглядит обряд инициации у девочек. Женщины заворачивают девушку в шкуру антилопы, поют и танцуют. Они живут в гармонии друг с другом и с окружающим миром. Они создали бесконфликтное общество. Им говорят, ребята, ну если вы будете много работать, у вас будет много денег. Как это зачем? У нас так все есть, мы счастливы. По статистике, это самые счастливые люди. Бушмены-кочевники. Они следуют закону выживания сильнейшего. Каждый вечер община выбирает место для стоянки, роет небольшую яму, укрывает ее сверху хворостом и травой. Это заменяет дом и кровать. Но если наутро кто-то слишком слаб, чтобы продолжить путь, его оставляют умирать в этой яме. Другой, скажем, ужасный обычай, да, с нашей точки зрения, это когда бушменка, если у нее рождается ребенок раньше, чем через 3 года от предыдущего ребенка, она лишает его жизни, потому что она не в состоянии
одновременно выращивать двух младенцев. Она просто этого не вынесет, и тогда это станет вопрос ее жизни. Как правило, бушмены живут небольшими группами из нескольких семей. Удивительно, но этому африканскому племени удалось достичь того, к чему безуспешно стремились строители коммунизма. Вождей и лидеров у общины нет. Все решения принимаются коллективно, зато в каждой группе обязательно есть свой знахарь. Их медицинские знания, они, наверное, достаточно приближены к природе, и все, что они используют для себя, оно либо берется из растений. При этом у них есть контакт с цивилизацией. Многие образованные врачи обращаются к ним за помощью в каких-то таких моментах, с которыми не способна справиться, скажем, традиционная медицина. По легенде, бушмены знают язык растений и животных. Например, охотник может подойти к антилопе и наравне с детенышами полакомиться ее молоком. Эти люди утверждают, животное прекрасно понимает, когда его хотят убить, а когда всего лишь просят молоко, чтобы подкрепить силы. Они верят, даже с самым ядовитым существом можно договориться. Это их природное чутье, они живут в этой среде, они прекрасно чувствуют эту землю, и, конечно, чувствуют, какие процессы происходят в ней. Кроме того, они прекрасно владеют языком всех животных, которые населяют эту пустыню. Бушмены способны вступать в контакт со всеми этими живыми существами. Действительно, для европейцев язык бушменов звучит как непроизносимая скороговорка. Лингвисты относят его к группе кайсанских языков, а исследователи древнейших цивилизаций утверждают, что это язык первых людей. Первые языки – это были имитация тех звуков, которые люди слышали в природе. И понятно, что идентификация объекта, да, она была близка к тому звуку, который этот объект издавал. Да, если дерево там с листвой шумит по одному, кустарник по другому, по третьему, то, соответственно, в подражательстве этого возникали и исходные звуки, ну, которые потом, понятно, в процессе цивилизационного развития они трансформировались уже в более сложные конструкции. Политики и миссионеры уже несколько десятилетий убеждают этих людей изменить образ жизни, переселиться в города, отдавать детей в школы, работать и платить налоги. Но за последние десятилетия из племени ушло меньше 1% бушменов. Далее в программе. Ежегодно в России около 20 тысяч человек гибнут в пожарах. Как победить стихию и что делать, если вы горите? Быстрее сюда! Быстрее, быстрее, быстрее! Проклятие форта Пхангар. Индусы утверждают, что в крепости живут призраки. Почему и куда исчезли 10 тысяч жителей этого города? И что случилось с теми, кто решил переночевать в проклятом замке? Это не некое военное сооружение, а обычный феодальный замок, внутри которого располагались многочисленные храмы, цвели сады. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Российские инженеры изобрели противопожарный чехол для смартфонов. По словам создателей, на идею их натолкнули несчастные случаи из-за возгорания аккумуляторов в телефонах. Специалисты утверждают, что батарейки смартфонов на самом деле взрывоопасны. Они легко могут вспыхнуть прямо в сумке или даже в кармане брюк. Как защититься от несчастья? И что делать, если ваша одежда уже загорелась? Специально для нашей программы с огнем боролся блогер Варгонза Семен Пегов. Как победить стихию? Ежегодно в России от пожаров гибнет около 20 тысяч человек. По статистике, каждое второе возгорание заканчивается трагедией. По словам пожарных, в большинстве случаев при возгорании люди просто впадают в панику. Обращаю внимание, что во время стресса навыки теряются на 50%, и поэтому, а, это нужно уметь, б, самое главное, не испугаться, не запаниковать. Это не важно, при пожаре, при наводнении или при каких-то других чрезвычайных ситуациях. Вот так выглядит обычное возгорание в комнате. На самом деле в этом помещении есть несколько предметов, с помощью которых можно погасить огонь. Но если человек впадает в панику, то уже через 2 минуты пламя охватит большую часть помещения. После этого справиться с пожаром смогут только профессионалы.
Как спасти себя и своих близких при пожаре? Блогер Варгонза Семен Пегов встретился с экспертами и выяснил, что делать, если ваш дом начинает гореть. А что вот в этой тумбе? Я вижу, там чуть ли не какое-то одеяло. Сделай, как кровать несешь. Сейчас. Ничего себе. Да, это американское противоожоговое одеяло, которое использовать можно обернуть полностью пострадавшего. Пожарные утверждают, любое одеяло, плед или покрывало могут погасить огонь и даже горящего человека. Но чаще всего жертва пламени инстинктивно старается убежать, а делать этого нельзя. Чем вы быстрее побежите, тем вы быстрее разожжете, да, огонь как таковой, усилите пламя. Мы должны взять, собственно, его и максимально плотно его укутать, свалить его, да, собственно, на землю, чтобы он у нас не бегал. И вот максимально плотно я его обнимаю для того, чтобы ограничить подачу кислорода к огню. Блогер решил на себе испробовать советы специалистов. Чтобы узнать, как потушить себя, сначала надо загореться. Быстрее сюда! Быстрее, быстрее, быстрее! И да, вот, плотнее, плотнее, да-да-да. Нормально у тебя? Все хорошо. Живой? Да. Сначала спину обдало холодом, если честно. Но это, видимо, был эфир. Потом стало щекотно носу. Как будто огонь туда пытался попасть. Это, видимо, мука была. Но на самом деле, если не паниковать, все... Не так уж сложно. Главное вот этот алгоритм в голове уложить. В результате этого эксперимента никто не пострадал. Человек только немного обжег ресницы и брови, но сумел самостоятельно справиться с огнем. Борода еще осталась, можно еще подпалить же. А усы, да, немного подправились. Беги! Держи. Отлично. И по бокам еще постучи его. По бокам. Не по почкам, а по бокам, душа. Как пингвин. Вот так вот, с двух сторон. О, отлично. Очень хорошо. То есть ты таким образом поджимаешь его. Кстати, одеяло немного запеклось, смотрите. Естественно, да. Недавно среди систем противопожарной безопасности появились новые гаджеты. Так, на смену привычным огнетушителям пришли более простые в использовании гранаты. При возгорании ее просто нужно бросить в огонь, и пламя потухнет само собой. По словам специалистов, эта новинка должна значительно снизить количество жертв при пожарах. Ведь по статистике, чаще всего люди погибают, поскольку просто не могут разобраться, как пользоваться огнетушителем. Индийские власти решили превратить заброшенный форт в хангар в туристический центр. Эта крепость пустует уже несколько веков. Дело в том, что местные жители считают, что замок проклят. На воротах цитадели даже висит табличка «Запрещено входить от заката до рассвета». Индусы считают, что форт населяют призраки, а каждый, кто войдет сюда ночью, умрет. Но чем это место заслужило такую дурную славу? Кто жил в этой крепости раньше и почему ее забросили? И что случилось с теми, кто рискнул войти в замок с наступлением темноты? Местные жители называют форт Пхагнар домом призраков. Этот город построил в 1573 году Махараджа Бхагванта Даса. В знак своего могущества он возвел все дома внутри крепости из камня. В те годы такое мог себе позволить только очень богатый правитель. В период его расцвета население города составляло более 10 тысяч человек. Изучив остатки строений и периметр крепостных стен, археологи пришли к выводу, что это не некое военное сооружение, а обычный феодальный замок, внутри которого располагались многочисленные храмы, цвели сады. В архивах сохранились упоминания о замке. Это поселение описывали как одно из величайших и богатейших в Индии. Но в 18 веке Бхангар неожиданно опустел. Считается, что все люди исчезли за одну ночь. Но почему? У местных жителей есть две легенды. По одной из них город проклял старец за то, что башни форта отбрасывали тень на его жилище за стеной и не давали ему видеть солнце. Он наслал проклятие на город и на всех его жителей. Через 7 дней к
как по команде, люди собрали свои вещи и ушли в неизвестном направлении. По другой версии, правителем форта была принцесса Ратнавати. Якобы в нее влюбился темный колдун Сингх. И захотел, как бы, чтобы она стала его женой. Для этого он создал жидкость, которая привораживает. Это сразу же догадалось, потому что она ненавидела черных магов. И получилось так. Она вылила эту жидкость на землю и разбила сосуд. Считается, что в тот же момент на дом колдуна упал огромный камень и убил его. Но, умирая, маг проклял город. И на следующую ночь все его жители умерли, а их души превратились в призраков, прикованных к своим каменным домам навечно. Суеверные индусы утверждают, по ночам со стороны форта слышны музыка и крики. Местные жители верят, что всех, кто войдет в крепость после заката, ждет смерть. Сегодня ни один индус ни за какие деньги не войдет в этот город ночью. Его проклятие это до сих пор летает над городом, над этим гиблым местом. Но у туристов эти рассказы вызывают больше интереса, чем страхов. Правда, те, кто все же рискнул пробраться в крепость ночью, утверждают, что легенды не врут. И в этом замке на самом деле живут призраки. Они видели светящиеся фигуры, то есть привидения. Рассказывали, что они заходили внутрь дворца и там видели некое существо ужасной наружностью. И как только он увидел, что на него направили фонарики, он издавал такие жуткие крики, что туристы разбежались. Историки не верят в сказки. Долгое время ученые считали, что крепость опустела из-за военных конфликтов с другими феодалами. Якобы с годами город просто пришел в упадок, и его разграбили более сильные соседи. Но археологические раскопки не подтвердили эту версию. Специалисты не нашли следов битвы на территории форта. Исследователи считают, что наиболее вероятная причина опустошения крепости – голод. Потому что даже в наши дни слова «Индия» и «голод» являются синонимами. За 2500 лет история Индии насчитывает более 90 вспышек голода, самые страшные из которых приходились на конец 17 и 18 веков. Как раз они были на северо-западе. По мнению местных властей, объяснение историков должно было развеять легенды и избавить форт от дурной славы. Но теперь суеверные индусы придумали новую легенду. Они считают, что призраки погибших от голода до сих пор живут в своих домах и ждут людей, чтобы съесть их. Поэтому попытка администрации установить охрану на крепость и сделать ее круглосуточным платным аттракционом для туристов провалилась. Ни один индус не согласился работать в Пхангаре даже за очень высокую плату. Далее в программе. Самые невероятные трюки на машинах и как сделать мертвую петлю на автомобиле. Люди, которые делают вот все эти рекорды, делают люди, ну, по сути своей, они вообще уникальные. Попка совсем не дурак. Ученые доказали, что интеллект попугаев не уступает умственным способностям приматов. На что способны эти птицы и какой попугай считается самым умным в мире? Утром они вам скажут «доброе утро», вечером скажут «добрый вечер», когда будете уходить из дома, скажут «до свидания». Восьмое чудо света. Неизвестная история одного из сильнейших бойцов 20 века. Как Андре Русимов стал самым богатым рестлером в мире? И сколько нужно выпить, чтобы получить титул величайшего пьяницы на земле? Андре мощным ударом уложил противника на пол. Новая российская разработка. Специально для нашей программы блогер Варгонза Семен Пегов примерил на себя роль террориста и попытался обмануть систему обнаружения взрывчатки. Как работает чудо-аппарат? Сейчас она обтянута тканью, но данная колонна может быть представлена в любом формате. То есть сверху мы можем нанести любую рекламу. Идеальная женщина Третьего Рейха. О каких женах мечтали офицеры СС? Чему учили немецких девушек в так называемых школах невест? И почему в нацистской Германии поощряли измены? Именно этот проект должен был создать лучшую женщину Великой Германии. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В этом году российский флот
занял почетное 3-е место в рейтинге самых мощных военно-морских сил мира. Еще 2 года назад наша страна занимала 6-ю позицию в этом списке. По мнению экспертов, положение России в господстве на море изменили спущенные на воду в прошлом году подводные лодки класса «Борей». Субмарины «Борей» — ракетные подводные крейсеры 4-го поколения. В прошлом году на вооружение флота поступило 4 таких судна. К концу этого года на воду планируют спустить еще 5 машин. А к 2020 году в российском флоте будет 10 субмарин этого класса. На что способны эти подводные лодки в реальном бою? Глубина 45 метров, крен-дифферент 0, боевой курс 40. Скорость 4,5. Уже сегодня новейшие российские субмарины оставили далеко позади американский подводный флот. Независимые американские эксперты включили «Борей» в список супероружия России. На подводных лодках типа «Борей» стоят самые совершенные гидроакустические комплексы. В дуэли с американской многоцелевой подводной лодкой, скажем, типа «Лос-Анджелес», «Борей» имеет преимущество в бою с ней подводным, и скорее он уничтожит «Лос-Анджелес». Для защиты у «Борея» 8 носовых торпедных аппаратов с боезапасом на 40 выстрелов. Лодка несет 20 межконтинентальных ракет «Булава», в каждой по 10 ядерных боеголовок. Таким количеством боеприпасов можно уничтожить даже самый мощный флот. Это твердотопная баллистическая ракета с дальностью стрельбы 8000 километров. Ее отличительной особенностью от предшествующих поколений – очень небольшой активный участок, который позволяет минимизировать угрозы со стороны систем противоракетной обороны США. Современный военно-морской флот России – это свыше 200 надводных боевых кораблей, 71 подводная лодка, в том числе 23 атомных ракетоносца. По оценке международных экспертов, этого хватит, чтобы блокировать с моря практически любое государство мира. Так, арктические рубежи России переданы под охрану уникальных боевых ледоколов. Ничего подобного нет ни у одной страны мира. Эти арктические корабли вооружены крылатыми ракетами «Калибр», способными уничтожить врага еще на дальних подступах. В носовой части ледокола – противотанковая пушка. Есть боевые катера «Раптор» и палубный вертолет К-27 для десантных операций. Иван Папанин будет совмещать, значит, функции буксира, ледокола и патрульного корабля. У этого корабля крылатые ракеты «Калибр». Там есть артиллерийская вооружение. То есть это мощный корабль, который, в принципе, сам может принять бой. Но при этом он может продвигаться в арктических водах. Отдельно военные эксперты отметили российские корветы, спущенные на воду в 2010 году. Эти корабли создавались с использованием стелс-технологий. Они невидимы для радаров противника. А за самое мощное вооружение и скорость при атаке специалисты называют их «волками прибрежной зоны». Корветы вооружены крылатыми ракетами, торпедами, зенитными установками, скорострельными пушками и глубинными бомбами. При этом все вооружение максимально автоматизировано. Автоматизация очень большая, и управление кораблем. То есть замкнуто все оружие на конкретного человека применяется, на командира корабля. То есть на малой площади размещено большое количество таких вооружений, которые могут нанести противнику такой урон, что он посчитает перед этим, стоит ли проводить боевую операцию против нашего флота. Гордость российских военно-морских сил – флагман Северного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Это самый большой ударный корабль своего класса в мире. Его основное назначение – уничтожение авианосных групп противника в Средиземном море. Что за рубежом, что у нас, мы идем как бы ноздря в ноздрю, как это говорят. Но по, скажем так, возможностям наши корабли все-таки они многофункциональны. В арсенале Петра Великого самое современное высокоточное вооружение. Его 20 сверхзвуковых корабельных ракет могут уничтожить до 10 крупных кораблей противника на расстоянии 700 километров. 48 зенитных ракет типа С-300 и около 200 ракет других систем охраняют крейсер от нападения с воздуха. Зенитную ракету, когда вы такую запускаете, летательный аппарат, вертолет или самолет, тут же попытаются выпустить тепловые ловушки. Но вот эти головка наведения, вот этих зенитных комплексов, она двухдиапазонная.
она четко отслеживает излучение тепловой ловушки и излучение вертолета. Они понимают, что вот это тепловая ловушка, а вот это вертолет, и поражают вертолет. До 2020 года на боевые корабли и подводные лодки Россия потратит порядка 4 триллионов рублей. Взамен военно-морской флот получит 8 стратегических подводных ракетоносцев нового поколения, 16 многоцелевых подводных лодок, а также свыше 50 боевых надводных кораблей. В Лас-Вегасе во время финала соревнований среди пикапов на больших колесах американец Лео Доннелл сделал сальто вперед на внедорожнике. Спортсмен стал первым человеком в истории, кому это удалось. Водитель показал трюк за несколько секунд до окончания своего выступления. Удивительно, но, по словам О'Доннелла, этот прыжок – случайность, и повторить его он вряд ли сможет. На самом деле среди автомобилистов есть свои трюкачи. Кому удалось пролететь на машине более 115 метров? И можно ли сделать двойную мертвую петлю на автомобиле? На этих кадрах уникальный трюк французского гонщика Герлена Шишери. Экстремал сделал сальто назад на внедорожнике. Во время прыжка его машина взлетела на 12 метров над землей. Специально для этого трюка во французском городе Тинь организаторы подготовили высокую снежную насыпь. Она смягчала приземление водителя. Шишери потратил 4 года на подготовку к этому выступлению. Вообще все сальто – это в первую очередь расчет. Это расчет рампы, расчет самого трамплина, с которого прыгают. Человек должен быть просто подготовлен. Потом люди, которые делают вот все эти рекорды, делают люди, по сути своей, они вообще уникальные. А это выступление и вовсе попало в книгу рекордов. Американец Джеймс Смит по прозвищу «Лыжа» проехал на двух колесах более 3,5 километров. Заезд проходил на знаменитой гоночной трассе «Лагуна Сека». Именно здесь находится один из самых сложных поворотов в мире, так называемый «штопор». По словам специалистов, управлять автомобилем на двух колесах – настоящее искусство. При этом такие трюки считаются относительно безопасными. Езда на двух колесах действительно считается классикой, но это сильно преувеличено, то, что она очень опасна для водителей. Это внешний фактор, внешне смотрится красиво. Трюк должен вызывать восторг, адреналин и восхищение. В отличие от Смита, гонщик Брайс Мензис по-настоящему рисковал жизнью, когда решил установить мировой рекорд по прыжкам в длину на автомобиле. На своем пикапе он пролетел почти 116 метров. Предыдущий рекорд установил американец Таннер Фаус. В 2011 году он прыгнул на 101 метр. Там пролет этот до земли 20 метров. Это настолько технически сделано грамотно. А дальше уже развесовка автомобиля, чтобы он более-менее ровно летел. Потому что все автомобили, они в основном после прыжка клюют вниз, потому что мотор тяжелый. И вся основная масса спереди. Вот. Но самое удивительное, в тот же день Мензис попытался побить свой собственный рекорд. Но спортсмену не повезло. Он разбил машину и травмировал плечо. До Мензиса побить рекорд в 101 метр пытался и Герлен Шишери. Он планировал пролететь на машине 110 метров, но попал в аварию. Среди уникальных автотрюков специалисты отмечают и двойную мертвую петлю. Это выступление тоже стало рекордом. А самым необычным трюком на авто стал дрифт на стене. Водителю удалось не только поразить зрителей, но и поставить под сомнение законы физики. Автомобиль на огромной скорости движется по рампе, въезжает на стену.
разворачивается и задом съезжает с другой рампы. И это действительно смотрится внешне очень и очень эффектно. Исследователи Калифорнийского университета в Беркли и Университета Британской Колумбии создали виртуальные модели, способные просчитывать головокружительные автомобильные кульбиты. Компьютеру достаточно один раз проанализировать видео с выступлением, чтобы просчитать точную траекторию и угол для безопасного повторения трюка. Далее в программе. Попка совсем не дурак. Ученые доказали, что интеллект попугаев не уступает умственным способностям приматов. На что способны эти птицы и какой попугай считается самым умным в мире? Утром они вам скажут «доброе утро», вечером скажут «добрый вечер», когда будете уходить из дома, скажут «до свидания». Проклятый автопортрет. Мистики считают, что картина Винсента Ван Гога «Автопортрет в соломенной шляпе» убивает своих владельцев. Но каким образом это происходит? И правда ли, что у заколдованного полотна есть брат-близнец? Если эта работа упадет, она ж тебя убьет, и в этот момент работа падает. То есть это просто немыслимая вещь. Восьмое чудо света. Неизвестная история одного из сильнейших бойцов 20 века. Как Андре Русимов стал самым богатым рестлером в мире? И сколько нужно выпить, чтобы получить титул величайшего пьяницы на земле? Андре мощным ударом уложил противника на пол. Новая российская разработка. Специально для нашей программы блогер Варгонза Семен Пегов примерил на себя роль террориста и попытался обмануть систему обнаружения взрывчатки. Как работает чудо-аппарат? Сейчас она обтянута тканью, но данная колонна может быть представлена в любом формате. То есть сверху мы можем нанести любую рекламу. Идеальная женщина Третьего Рейха. О каких женах мечтали офицеры СС? Чему учили немецких девушек в так называемых школах невест? И почему в нацистской Германии поощряли измены? Именно этот проект должен был создать лучшую женщину в Великой Германии. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В Новой Зеландии, в национальном парке Фьордленд, построят спортплощадки для попугаев. По словам чиновников, это вынужденная мера. Дело в том, что птицы выбрасывают на проезжую часть дорожные конусы и мешают движению машин. Администрация парка предполагает, что с появлением игровых зон попугаи потеряют интерес к дороге. Но орнитологи уверены, что поведение пернатых не изменится, поскольку они специально мешают движению машин. Когда авто сбрасывает скорость, птицы подлетают к окнам и выпрашивают еду. Мало кто знает, но на самом деле интеллект попугаев почти не уступает умственным способностям приматов. По словам ученых, эти птицы могут мыслить логически, узнавать себя в зеркалах и даже проявлять сочувствие. Какие виды попугаев самые умные и на что они способны? И правда ли, что эти птицы не просто повторяют слова, а понимают их смысл? Ученые доказали, что попугаи могут не просто воспроизводить знакомые звуки, а осознанно разговаривать, решать головоломки и даже исполнять классические арии. Орнитологи считают попугаев Жако самыми говорливыми представителями вида. Но самое удивительное, эти птицы не только хорошо воспроизводят всевозможные звуки, но и используют человеческие фразы со смыслом. По разным данным, от 90 до 150 слов и выражений он может запомнить и их использовать. И, в принципе, могут пообщаться с вами, ну, скажем так, ситуативно. То есть утром они вам скажут «доброе утро», вечером скажут «добрый вечер», когда будете уходить из дома, скажут «до свидания». Этот Жако по кличке Альберт Эйнштейн живет в техасском зоопарке Ноксвилль. Дрессировщик утверждает, что попугай способен воспроизвести около 200 звуков. Повтори плач ребенка. А теперь кошки. А теперь собаки. Но самой умной птицей этого вида считался попугай Алекс. Он не просто говорил, но различал цвета, формы фигур, мог считать и сравнивать размеры предметов. Интеллектуальные способности
приравниваются к шимпанзе, взрослому шимпанзе, или где-то ребенку в возрасте 3-4 лет. И, скажем, уровень сложности задач, которые могут решать и попугаи, и вороны, он вот как раз где-то приблизительно находится на том самом уровне. Ученые из Университета ветеринарной медицины в Вене доказали, что попугаи способны даже создавать орудия труда. Например, чтобы вытаскивать еду из труднодоступных отверстий, кокоду Гофина и попугаи Киа научились делать крючки из проволоки. Они могут использовать инструменты и мыслить логически. Это удивительно. Попугаи Киа оказались самыми смышленными по сравнению с другими видами. Орнитологи отмечают, попугаи Киа даже умеют планировать свои действия и распределять обязанности. Именно эти птицы хулиганят на дорогах Новой Зеландии, чтобы клянчить еду у водителей. Мы исследовали, как Киа взаимодействуют друг с другом. Выяснилось, что они собираются в пары, а иногда и в тройки, и даже в четверки, чтобы выполнить одно и то же задание. Кроме того, они могут меняться ролями, что вообще не свойственно другим птицам и животным. Удивительно, но при таком высоком уровне интеллекта Киа совсем не разговаривают. Ученые выяснили, что в их мозге просто отсутствует цепочка нервных окончаний, отвечающая за имитацию звуков. У нас в лаборатории живут птицы, которым уже по 18 лет. Каждое утро они слышат от наших смотрителей «Привет!». И еще ни один попугай не сказал ни слова в ответ, ни на одном языке. А вот попугай Найджел из Калифорнии прославился на весь мир, когда, к удивлению хозяина, внезапно заговорил на двух языках. Впрочем, тайна пернатого полиглота раскрылась быстро. Однажды Найджел вылетел в окно и потерялся. Семья, приютившая птицу, нашла владельца по микрочипу в голове попугая. Но к моменту возвращения Найджел уже успел усвоить новый язык. Он вернулся, и благодаря тому, что он общался с испанцами, то он нахватался испанских слов. Это лишний раз говорит о том, что с какой скоростью вообще, в принципе, вот такие птицы, как попугаи, могут запечатлевать вот эту речь. Неважно, на каком языке это будет, на русском, на английском, на испанском. Орнитологи утверждают, вопреки устоявшемуся стереотипу, попка совсем не дурак. Недавно ученые доказали, что обычные волнистые попугаи очень привязываются к своим хозяевам. Эти птицы настолько преданы владельцам, что если человек отдаст питомца незнакомым людям, тот может умереть от тоски. В этом году исполняется 165 лет со дня рождения известного художника-импрессиониста Винсента Ван Гога. Недавно в Амстердаме эксперты нашли два неизвестных полотна живописца – холм Монмартрской каменоломни и холм Монмартр. Мало кто знает, но это не единственные картины-копии, созданные Ван Гогом. Искусствоведы утверждают, что у знаменитой картины «Автопортрет в соломенной шляпе» также есть двойник. Но зачем художник написал два идентичных полотна? И где сегодня находится копия шедевра? Почему мистики считают эти картины проклятыми? Эту картину многие посетители музея обходят стороной. Они верят, что полотно Винсента Ван Гога «Автопортрет в соломенной шляпе» проклято. Если мы взглянем на этот автопортрет, то там вот эта рыжая борода, шляпа, вот этот фон, вот эти удары кисти, блики в глазах, вот этот колючий ван гоговский взгляд, абсолютно колючий такой, вообще он смотрит, какое-то сумасшествие там какое-то, вот такое, ну, немыслимое. Некоторые искусствоведы утверждают, что у этой картины есть дубликат. Якобы художник создал два идентичных полотна. Но зачем Ван Гогу понадобилась копия автопортрета? Дело в том, что при жизни знаменитый художник не был популярен. Его картины не покупали. Из 2000 полотен он смог продать лишь несколько, и те за бесценок. Ван Гогу не хватало денег на еду, краски и натурщиц. Поэтому из экономии он писал автопортреты. Ван Гог, вот этот вот свой негатив, который у него в жизни, он перекладывал на свои автопортреты и нес в мир. Он был плодовитым художником. И вот эти его последние работы, они, конечно, несут на себе вот эту черту трагизма последних лет его жизни.
По легенде, у двух автопортретов была абсолютно разная судьба. Якобы одну из этих картин художник подарил моряку. И Ван Гог, зная, что тот будет путешествовать, подарил ему автопортрет, чтобы тоже быть в пути. Если у него нет денег, он не может объехать мир, то пусть хоть объедет автопортрет. Второй автопортрет в соломенной шляпе живописец хранил у себя. После смерти Ван Гога вместе с другими полотнами картину купил французский торговец и коллекционер Амбруаз Валлар. Очень ушлый, очень бодрый, очень активный, очень циничный маршан Амбруаз Валлар скупает за копейки автопортрет Ван Гога. И эта работа зацепила Ротшильда. И он продает эту работу ему. Исследователи утверждают, что всего через несколько месяцев после покупки автопортрета Ротшильдами в лавку к Амбруазу Валлару пришел бродяга. Он продал купцу копию автопортрета, утверждая, что получил ее лично от художника еще при жизни того. И Валлар сначала решил, что это вообще подделка. Потому что эта картина была в таком плохом состоянии, грязная, пыльная, ее принес какой-то непонятный бродяга. А потом этот бродяга покончил жизнь самоубийством. И Валлар уже все-таки посмотрел повнимательнее, очистил, отмыл и понял, что ну да, что это настоящий Ван Гог. Амбруаз быстро нашел покупателей. Он продал полотно дочери аргентинского землевладельца. Но, получив в руки картину, девушка погибла. Ее убил ревнивый любовник. После этого автопортрет попал к премьер-министру Франции Жоржу Клемансо. Он вывесил ее на стене в огромной раме, толстой раме. Вот, приходит бизнесмен Фрик и видит и говорит: «А что, если эта работа упадет, она ж тебя убьет». И в этот момент работа падает. То есть это просто немыслимая вещь. После этого случая премьер-министр подарил полотно предпринимателю Генри Фрику. Бизнесмен не расставался с картиной до самой смерти. Он умирает, и дети видят, что эта работа дорогая, заключают ее в сейф, что было ошибкой большой. Ну, потому что с этого момента начались разные невзгоды, разные там, и был экстрасенс, вот, ясновидящая пришла и сказала: работу надо срочно отдавать, продавать. Мистики уверены, картина проклята. Именно поэтому ее владельцев словно преследовал злой рок. Но некоторые специалисты считают, что у так называемого проклятия может быть и научное объяснение. Незадолго до смерти Ван Гог лечился от сифилиса. Главным лекарством от болезни в те времена была ртуть. Возможно, пары ядовитого металла просто пропитали картину. Это сильнейший яд, причем действующий прежде всего на психику, разрушающий психику. И вызывающий у человека преждевременный старческий маразм. Человек, у которого дома висит автопортрет Ван Гога, он не будет спать спокойно. У него не будет в жизни все хорошо. После 1920 года историкам известна судьба лишь одного из двух полотен. Это произведение искусства сейчас выставляют в одном из американских музеев. Но что именно это за шедевр, висевший в особняке Ротшильдов, или его проклятый близнец, остается загадкой. Далее в программе. Восьмое чудо света. Неизвестная история одного из сильнейших бойцов 20 века. Как Андре Русимов стал самым богатым рестлером в мире? И сколько нужно выпить, чтобы получить титул величайшего пьяницы на Земле? Андре мощным ударом уложил противника на пол. Новая российская разработка. Специально для нашей программы блогер Варгонза Семен Пегов примерил на себя роль террориста и попытался обмануть систему обнаружения взрывчатки. Как работает чудо-аппарат? Сейчас она обтянута тканью, но данная колонна может быть представлена в любом формате. То есть сверху мы можем нанести любую рекламу. Идеальная женщина Третьего Рейха. О каких женах мечтали офицеры СС? Чему учили немецких девушек в так называемых школах невест? И почему в нацистской Германии поощряли измены? Именно этот проект должен был создать лучшую женщину – Великая Германия. Самая жестокая организация в Европе. Кто такие камбрачекосы? Как и зачем они уродовали детей? Почему власти не наказывали их за эти зверства?
Кому-то они уродовали лицо, кому-то выворачивали суставы для придания больше гибкости, кого-то делали горбатым, кого-то делали косолапым, кого-то делали еще каким-то, да? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. «25 лет назад в Париже умер знаменитый на весь мир рестлер, великан Андре Русимов. Его называли восьмым чудом света. Он стал первым в истории спортсменом, чье имя появилось в зале славы рестлинга. Андре умер во сне от сердечной недостаточности. 27 января 1993 года его тело нашли в гостиничном номере в Париже, куда спортсмен приехал на похороны своего отца. В своем завещании Русимов просил не хранить его в земле, а кремировать и развеять прах по ветру над семейным ранчо в Северной Каролине, в США. Но почему непобедимый гигант умер так внезапно? И почему за ним постоянно следила полиция? Что нужно сделать, чтобы получить титул самого величайшего пьяницы на земле? Его вес 240 килограммов. Он восьмое чудо света. Андре Гигант! Восьмое чудо света. Непобедимый гигант. Человек-машина. Все это имена рестлера Андре Русимова. Его считали несокрушимым. Он стал самым знаменитым борцом своего времени. Именно поэтому сообщение о его внезапной смерти в 46 лет поразило публику. Спортсмен умер от сердечной недостаточности. Как и многие рестлеры, он сделал карьеру борца благодаря своим по-настоящему внушительным размерам. Рост выше 2 метров, вес более 240 килограммов. Вот только это были не признаки богатырского здоровья, а результат тяжелого генетического заболевания – акромегалии, или слоновой болезни, как ее называют в народе. В передней доле гипофиза идет опухолевый процесс. Происходит, во-первых, усиленный рост ушей, носа, надбровной области, костей надбровной области. Происходит очень сильное увеличение размера кистей. У него стало такое лицо, такое хмурое лицо, скажем, внешность эдакого убийцы. Первые признаки болезни у Андре появились еще в подростковом возрасте. В 14 он уже был на 2 головы выше одноклассников и весил около 100 килограммов. Из-за насмешек Русимов бросил школу и устроился работать на ферму. А в 17 лет ему предложили стать спортсменом-рестлером. Андре мощным ударом уложил противника на пол. Благодаря своей необычной внешности Андре быстро стал звездой. Он выигрывал практически в каждом бою, одержал более 3000 побед, завоевал почти 10 чемпионских титулов. Его имя до сих пор входит в список лучших рестлеров в истории. По легенде, сила его удара превышала тонну. Андре, отпусти, пожалуйста, мое плечо. Андрей-гигант идет к своей славе. Но многие специалисты уверены, на самом деле все победы Русимова – это постановочное шоу. Результаты боев были договорными. Продюсеры заранее решали, кого на ринге ждет победа, а кого поражение. Русимова любила публика, он приносил хорошие деньги, поэтому долгие годы организаторы просто не давали ему проигрывать. Если мы говорим про рестлинг в чистом виде, туда выйти может кто угодно, на самом деле это просто кривляние. Там не нужно никаких специальных навыков, ноль. Все, что нужно, это более-менее качественно кривляться в камеру, то есть это банальный цирк мужиков в трусах. Более там никто никому не делает. То есть и вот этот человек, он просто выглядит устрашающе. Эту гипотезу поддерживают и медики. У людей, страдающих акромегалией, устрашающий вид и гигантские размеры. Но на самом деле их внешность обманчива. Без лечения они страдают от сильных болей. Никакой несокрушимой силы у такого человека просто не может быть. Движением начинают приносить очень сильные болевые ощущения в связи с этой опухолью. У него там и с суставами начались проблемы, и с мышечными движениями проблемы, он быстро уставал. И зрение у него наверняка стало пропадать потихонечку. Несокрушимый гигант и восьмое чудо света, Русимов прекрасно понимал, что все его победы – это не более чем шоу. Но он нашел свой вид спорта. В нем Андре стал бесспорным чемпионом. Выпить больше, чем прославленный рестлер, не мог никто. Знакомые называли его величайшим пьяницей на земле.
Так, по воспоминаниям коллег, однажды в Питтсбурге, в Пенсильвании, Андре за вечер выпил 127 бутылок пива, а затем уснул в холле отеля. Персонал просто не смог сдвинуть великана с места. Считается, что спортсмены высших категорий чем-то похожи на наркоманов. Важный вопрос адаптации, потому что именно за счет своих определенных генетических особенностей они могут быть склонны к тем или иным зависимостям, не обязательно химическим. Но продюсеров не пугало пьянство рестлера. Оно отлично вписывалось в его образ. Конец 70-х стал для Русимова золотым временем. Он получал огромные гонорары за выступления на ринге. Его даже включили в книгу рекордов Гиннесса как самого высокооплачиваемого рестлера в мире. Русимов был настоящей звездой. Андре приглашали на самые популярные телешоу и даже предлагали роли в кино. Его самой значимой работой в кинематографе стала роль гиганта-разбойника Фезика в сказке «Принцесса-невеста». Но по воспоминаниям актера Кэрри Элвиса, исполнившего главную роль в этой картине, съемки в фильме стали для Русимова началом конца его карьеры. Андре так сильно напивался, что не мог контролировать себя. Полиции Нью-Йорка даже пришлось приставить к рестлеру так называемого «секретного полицейского», агента, следящего за ним каждый раз, когда спортсмен выходил из дома. Я думал, он оттолкнет меня, встанет, но он просто лежал. Он ничего не делал. Хоган и Русимов были главными соперниками. За их противостоянием следил весь мир. В том бою Халк стал победителем. С этого момента начался закат карьеры несокрушимого Андре. В 1989, 91 и 92 его признали худшим рестлером года. Теперь на ринге толпа встречала рестлера совсем иначе. Он умер 27 января 1993 года. Во сне у гиганта остановилось сердце. По официальной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Тогда многие решили, что виной всему пьянство. Но современные специалисты утверждают, несокрушимого Андре убил не алкоголь. В 1999-м в мире рестлинга появился новый гигант – Пол Уайт, Биг Шоу. Изначально его считали сыном несокрушимого Андре. Спортсмены действительно очень похожи. Но позже выяснилось, что единственное объединяющее этих людей – диагноз. Уайт, так же как и Русимов, страдает акромегалией. В Федеральном архиве Германии исследователи нашли учебник для женщин Третьего Рейха. Оказывается, чтобы получить право стать женой офицера СС, девушки должны были пройти обучение в так называемой «школе невест». Одна из них находилась под Берлином. В учреждении принимали только чистокровных немок. Девушки проходили шестинедельный курс, учились готовить, шить, правильно вести себя в обществе, а также изучали основы генетики и нацистское учение о расах. Чему еще обучали идеальных женщин Третьего Рейха? И какой была цена за право стать женой истинного рица? Kinder, Küche, Kirche. В переводе с немецкого «дети», «кухня», «церковь». Именно так немцы представляли роль женщины в обществе. Но Гитлер внес в этот образ свои коррективы. Идеальная жена офицера СС рожает детей, не перечит мужу, поддерживает фюрера. В 1936 году рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер подписал указ о создании специального курса обучения для будущих жен нацистов. А уже через год так называемые «школы невест» открылись по всей стране. Ими управляла Гертруда Шольц-Клинг, лидер женской национал-социалистической организации. Именно этот проект должен был создать лучшую женщину Великой Германии. А именно женщину, которая должна разбираться в политологии и в истории. Женщина, которая должна быть великолепной, образованной, но в области почему-то именно кухни.
школы невест принимали ариек без физических изъянов и психических заболеваний. В течение 6 недель их обучали домоводству, основам этикета, а также политологии и истории. Дважды в день девушки занимались физкультурой. Нацисты считали, что идеальная арийская женщина должна быть сильной и выносливой. В первую очередь Гитлер хотел воспитать совершенно новую женщину. Первое ее предназначение для Гитлера – она должна была рожать. Это была основная программа нацистского Третьего рейха. Гитлер считал, что на новых захваченных землях нужно больше немцев. И, собственно, чтобы немцев было больше, женщина должна рожать по 4, 5, 6 и больше детей. Будущие жены нацистов платили за обучение 135 рейхсмарок. В переводе на современные деньги – около 20 тысяч рублей. Окончив курсы, девушки получали сертификаты, которые подтверждали их право выйти замуж за эсэсовцев. Они имели право выйти за офицеров, сотрудников СС. Это было элитное подразделение, которое должны воспитывать были дети их истинными арийцами. Женщинам внушали, что единственный доступный им вид труда – это сельское хозяйство. А вот работа в конторе и на производстве – это не женское дело. Так же, как и получение высшего образования. Это своего рода крепостное право. Так как женщина, которая мечтала бы стать инженером или астрофизиком, или, быть может, заниматься совершенно другими вопросами, быть преподавателем, не могла. Она не могла получить высшее образование. С 1936 года нацисты уволили тысячи замужних женщин. В Третьем рейхе судьей, адвокатом, педагогом или врачом могли быть только мужчины. Большая часть женщин-политиков эмигрировала из страны. Многие находились под домашним арестом. 4 покончили жизнь самоубийством. Не все женщины могли работать. Если женщины принадлежали особому роду или высокопоставленным боссам Национал-социалистической рабочей партии, они работали в так называемых трудовых лагерях. Но совсем отказаться от женского труда нацисты не могли. Женщинам из низших сословий позволяли работать в сфере услуг. Всячески поощрялся труд незамужних девушек моложе 25 лет. С января 1939 года для них ввели трудовую повинность. Потому что труд очень поощрялся, особенно труд по сельскому хозяйству. И носили специальные так называемые повязки, которые прославляли в первую очередь труд женщин. Женам офицеров СС государство выплачивало субсидию в размере 1000 марок. Женщин, родивших 8 и более детей, награждали золотым материнским крестом. Им выплачивали ежемесячное пособие в 500 марок. Интересно, что у офицеров СС был налог на бездетность. То есть, если у мужчины не было детей, неважно, от законной жены, либо от любовницы, то он платил определенный налог государству, чтобы женщины, которые родили, подарили Гитлеру ребенка, они за эти деньги, собственно, их и обеспечивали. В Третьем рейхе действовало негласное правило. У мужчины может быть несколько семей. Главное условие – он должен обеспечить всех своих детей. Считалось, что женщина не должна мешать своему мужу заводить любовниц и детей на стороне. В первую очередь, идеальная арийская жена должна была думать о благе страны, а не о своем личном счастье. Удивительно, но эта политика работала. В 1934 году в нацистской Германии родилось около 1 миллиона младенцев, а в 1939 уже около 1,5 миллиона. Однако ни законная жена, ни тайная любовь идеолога школы арийских невест Генриха Гиммлера не захотели соответствовать навязанным идеалам. А после падения Третьего рейха обладательницы сертификатов стали избавляться от них и всячески скрывали эту страницу своей биографии. Завтра в России начнется чемпионат мира по футболу. По прогнозам специалистов, только в Москву приедут 100 000 болельщиков. Особое внимание будет уделяться безопасности. Мало кто знает, но недавно российские инженеры изобрели уникальное устройство, позволяющее обнаружить подрывника в толпе. Специально для нашей программы блогер Варгонза Семен Пегов выяснил, как работает этот чудо-аппарат.
Вот так выглядит новое изобретение российских инженеров. С его помощью можно легко обнаружить подрывника. Это своего рода локатор. Но на улице или в метро каждого проходящего мимо человека таким аппаратом не проверить. Поэтому отечественные конструкторы разработали особую систему – ВС-радар. Она может найти террориста даже в многотысячной толпе на стадионе. Сейчас она обтянута тканью, но данная колонна может быть представлена в любом формате. То есть сверху мы можем нанести любую рекламу, смотря в каком месте мы хотим ее расположить. Мы ее можем располагать и в метро, и в аэропортах, или даже просто в обычных офисах. Принцип работы аппарата прост. Внутри колонны электронное устройство, реагирующее на металлы. Создатели отмечают, эта система ориентирована на обнаружение взрывчатки с небольшим количеством поражающих элементов. Как правило, именно такие снаряды используют террористы. Это что-то в виде радара. У нас есть вот этот пульт управления, на котором оператор, находящийся за ним, сможет идентифицировать, есть ли на человеке СВУ. На этой программе мы будем видеть графики построения, и как только график построения будет зашкаливать, на мониторе мы увидим срабатывающую тревогу. То есть это вот что-то типа таких штук. Здесь приготовлены муляжи. Скоро вы узнаете, для чего. Помимо того, что тут, очевидно, где-то там внутри находится взрывчатка, куча маленьких шариков, которые являются поражающими элементами. Да, правильно? Мы также ищем и их содержащие, и ту электронику, которая может, скажем, активизировать данное устройство. Сейчас Семен Пегов попробует пронести взрывчатку в обычном рюкзаке мимо радара. Наш эксперт Андрей Румянцев будет отслеживать опасный груз с помощью колонны. Сможет ли Семен остаться незамеченным и обмануть систему? Мне придется войти в роль злодея и примерить действительно на себя те многочисленные устройства, которые разработчики подготовили специально для нашего экстремального и эксклюзивного теста. Китайский чайничек, но внутри это самый простейший, скажем, часовой механизм. Будильник. Будильник и поражающий элемент. За время эксперимента Семен примерил на себя так называемый пояс смертника и попытался пронести мимо колонны взрывчатку в папке для документов. Устройство безошибочно определило террориста и подало сигнал тревоги. Сейчас этот новый аппарат проходит испытания. Журналисты Малайзии вышли на след преступной группировки, которая похищает детей. Затем они калечат малышей и отправляют их на улицы просить милостыню. По предварительным данным, банды руководят два брата-китайца. Их криминальная сеть работает в нескольких городах, и на каждом ребенке они зарабатывают как минимум по $300 в день. Мало кто знает, но подобная организация существовала еще в 17 веке. Люди покупали детей у бедняков, превращали их в уродцев, а потом зарабатывали на этом деньги. В Европе их называли компрочекосами. Но какие страшные операции они проводили над детьми? И почему власти не наказывали их за зверство? В известном романе Виктора Гюго «Человек, который смеется», главный герой, уродец Гуинплен, ярмарочный артист, становится пэром Англии. Но самое удивительное, уродство Гуинплена неврожденное. Еще ребенком он стал жертвой секретной организации – компрочекосов. Компрочекосы – это люди, которые покупали младенцев и делали из них уродцев. Назначение очень простое. Это цирки, это попрошайничество, это бродяжничество, это определенные способ, это такой бизнес своеобразный. Компрочекосы работали сразу в нескольких странах: Англии, Франции, Испании и Германии. Их жертвами становились дети бедняков. Малышей скупали за бесценок, а потом везли в специальную клинику. Сами компрочекосы называли ее фабрикой уродов. Компрочекосы делали операции свои по уродованию физического тела. Кому-то они уродовали лицо, кому-то выворачивали суставы для придания больше гибкости, кого-то делали горбатым, кого-то делали косолапым, кого-то делали еще каким-то, да? То есть любое, что не соответствует нашему пониманию о гармонии. Чаще всего компрочекосы уродовали своим жертвам ноги, надевали на них специальную обувь, которая не позволяла стопе расти. Они одевали эти сапожки-каблучки уже в детском возрасте, прям при рождении, да, что у детей пальчики заворачивались и росли. Образовывалась определенная деформация костной ткани, да, там анкилозы. Анкилоз – это сращение суставов, то есть полная неподвижность стопы. Из-за таких вот каблучков, да, наступала атрофия
мышц голени, атрофия мышц тазобедренных суставов. В принципе, это инвалид, и они, насколько известно, долго не жили. Звучит ужасающе, но ради наживы компрочекосы разрезали некоторым детям рот. После такой операции казалось, что ребенок всегда улыбается. Собственно говоря, это приводит человеку к тому, что он не может правильно питаться. То есть здесь у него целый комплекс патологий. Здесь у него и повышенное слюнотечение. То есть у него ни одна мышца не функционирует, лицевая. То есть у него нет мимики. Он постоянно улыбается. Чтобы заставить детей постоянно плакать, компрочекосы повреждали им слезные каналы с помощью игл. А для того, чтобы превратить ребенка в карлика, помещали свою жертву в фарфоровую чашу. Тело ребенка росло, заполняло собой все изгибы этой фарфоровой чаши. Днем она находилась в вертикальном положении, на ночь ее клали на бок, и, соответственно, ребенок тогда мог спать. Ну и к какому-то определенному времени, когда понимали, что все произошло и обратно тело не может свою форму принять, чашу фарфоровую просто разбивали. Компрочекосы уродовали детям не только тело, но и сознание. В итоге ни один из малышей не помнил своей жизни до операции. По мнению специалистов, такой провал в памяти, скорее всего, результат сильного болевого шока. Они испытывали сильный болевой шок, что впоследствии приводило к тому, что они приобретали амнезию. Вот. Либо это были банальные методы, там, отключки ударом по голове палкой. Знаете, при таких экспериментах, да, здесь все зависело от человека, от его болевого порога. Если верить рассказам Гюго, одним из покровителей компрочекосов был английский король Яков II Стюарт. Но почему власти поддерживали этот кровожадный бизнес? Больше всего поддерживали английская королевская власть и испанская эту традицию. И если кто-то из дворянских сословий, семей вдруг оказывался не ко двору или не нравился, их просто убивали. А убивать детей, в общем-то, было как-то неприлично даже для королевских особ. Деятельность компрочекосов признали незаконной только с приходом к власти в Англии Вильгельма III Оранского. Фабрики уродов разогнали, а их жертвам запретили появляться на улицах. Вот только некоторые эксперты считают, что в бедных странах некое подобие этой секретной организации существует и по сей день. Далее в программе. Секреты самых знаменитых фокусов. Как пройти по воде и воспарить в небо. Каким образом Дэвид Копперфильд заставил исчезнуть самолет. И зачем американский иллюзионист в маске раскрывает тайны чужих трюков по всему миру. Когда показывали передачи «Человек в маске», пришло очень много гневных писем от зрителей, которые просили не раскрывать секретов. Старость в радость. На что способны современные пенсионеры? Как стать дамским угодником в 80 и модным диджеем в 70? И где лучше всего отметить 102 года? Всегда горите, веселитесь, получайте удовольствие от жизни, как я, и вы никогда не постареете. Вам письмо. Бутылочная почта. Что это такое и как она работает? Как записка в банке может спасти от одиночества и смерти? Послание в бутылках – это, в общем-то, такое вот проявление промысла Божьего. Кто такая Баба-Яга? Злая ведьма? Добрая целительница? Древняя богиня? Или инопланетянка? Откуда взялся знаменитый образ? Почему некоторые исследователи считают, что Яга – мужчина? И почему у избушки курьи ножки? Начнем с того, что образ Бабы-Яги вообще не для детей. Сказки рассказывались взрослыми для взрослых. Демоны Врубеля. Мистики считают, что художник был связан с потусторонним миром. Откуда взялись пугающие образы на картинах знаменитого живописца? Врубель где-то на 10-20 лет, как художник, в стиле своем опередил свое время. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Военные эксперты составили рейтинг самых опасных мин современности. В смертоносный чарт вошла последняя разработка турецких инженеров – умные подводные мины-роботы. По команде оператора эти снаряды могут перемещаться под водой и патрулировать территорию. У каждого подводного робота есть боевой модуль, электродвигатели и две видеокамеры. Заряда аккумулятора хватает на 12 часов при скорости 10 км в час.
В будущем разработчики планируют квалифицировать снаряды, поделить их по типам взрывателей на противокорабельные и противолодочные. На что способны самые опасные мины? И какую из них эксперты считают самым страшным изобретением человечества? На пятом месте чарта самые известные мины – противопехотные. Такие чаще всего применяют во время боевых действий. Их главная задача – не убить, а ранить максимальное количество человек. Это небольшая мина, имеет небольшой заряд взрывчатого вещества и использует стандартные взрыватели. Основной отличительной особенностью данной мины является ее изготовление в полимерном корпусе. Это затрудняет ее обнаружение различными миноискателями. Четвертое место чарта – противотанковые мины нового поколения. Эти заряды реагируют исключительно на боевую технику или танки. Поскольку у каждой машины есть уникальный характер звука и вибрации, эта мина срабатывает безошибочно. Вначале мина реагирует на сотрясение почвы, когда идет тяжелая техника. Затем сейсмодатчик после этого переводит мину в боевое состояние, передает уже дальнейшую роль управления инфракрасному датчику. А зона действия достаточно большая, там до 50 метров у этой мины. Появляется там танк или там БТР или там БМП. Вот происходит подрыв этой мины. Противотанковое минное поле работает по определенной схеме. Снаряды никогда не взрываются сразу. Они дожидаются, пока все машины окажутся в зоне поражения, и только после этого происходит подрыв. Невероятно, но на таком минном поле люди могут спокойно играть в футбол, и с ними ничего не случится. Подобные мины не срабатывают прохождении людей, если человек наступит на данную мину. Мина имеет порядка 7 килограмм взрывчатого вещества, что достаточно для вывода из строя любой бронированной техники. Третье место в списке досталось так называемым умным минам. Эти снаряды умеют отличать своих от чужих. Мина фиксирует приближение объекта и посылает радиозапрос. Если у солдата есть специальный чип, похожий на сим-карту, он без помех пройдет по заминированному полю. Если же такого виртуального пропуска нет, снаряд взорвется. На втором месте смертоносного чарта так называемая мина-попрыгунчик или лягушка. Снаряд получил такое прозвище, потому что перед взрывом мина подпрыгивает вверх. После модернизации ее оснастили сейсмическим датчиком. Прибор распознает человеческие шаги и ставит боеприпас на боевой взвод. Но самое удивительное, после активации у заряда включается специальный динамик. Он воспроизводит плач новорожденного ребенка. Это сделано специально, чтобы привлечь внимание человека. Когда тот подойдет достаточно близко к мине, она подпрыгнет и взорвется. Если такой снаряд взорвется даже на расстоянии 20 метров от человека, то все равно убьет его. Так называемая, мина-лягушка. Дело в том, что при, срабатывании она не просто взрывается, она перед тем, как взорваться, подпрыгивает. Срабатывает механизм на высоту до 30 сантиметров, и после чего разрывается в воздухе. И этим самым достигается достаточно большой радиус поражения. Лидером чарта стала уникальная мина на основе молекулярных соединений. Дело в том, что в организме человека весом около 70 килограммов содержится примерно 7 килограммов водорода. Мины нового поколения распознают приближение такого объекта, и происходит взрыв невиданной силы. Водород в человеке используется в качестве детонатора и в сочетании со взрывной силой самой мины приводит к ошеломительным результатам. Даже один солдат, попавший в радиус действия этого снаряда, может вызвать взрыв, который сметет с лица земли целый боевой отряд вместе со спецтехникой.
На создание этого оружия химиков вдохновил опыт предшественников. В 1780 году директор Парижского музея науки Жан де Розье надышался водородом и подул на горящую свечу. Взрывом ему выбило все зубы. В случае детонации всей гремучей смеси химика просто разорвала бы на части. Суд обязал Дэвида Копперфильда раскрыть секрет фокуса с исчезновением людей из зрительного зала. Дело в том, что один из его участников, британец Гевин Кокс, утверждает, что во время исчезновения вывихнул плечо и ударился головой. Якобы за лечение он заплатил 400 тысяч долларов. Копперфильд признался, что все его волшебство – это слаженная работа команды. В зале действуют ассистенты иллюзиониста, которые просто выводят людей по специальным скрытым проходам, а потом приводят их обратно. Дэвид Копперфильд не первый фокусник, чьи секреты стали известны публике. Кому из знаменитых иллюзионистов пришлось раскрыть тайны своих трюков? И почему? И за что зрители ненавидят разоблачителей магов? Дело Кокс против Копперфильда стало настоящей сенсацией в Америке. И хотя суд еще не вынес окончательного решения, Дэвид Копперфильд уже заявил, что убрал из своего шоу фокус с исчезновением зрителей. Правда, фанаты иллюзиониста не согласны с таким решением. Тайну нельзя разоблачать. Теперь интернет позволил в любой момент купить любой трюк любого иллюзиониста. Сегодня этот жанр стал доступен. Действительно, сейчас в интернете можно найти миллионы видео разоблачения трюков. А с 1997 года на одном из американских телеканалов даже идет шоу «Разоблачение». Его ведущий, неизвестный иллюзионист в маске, раскрывает секреты самых знаменитых и удивительных фокусов. Он уже показал более 137 трюков. Но оказалось, такая честность нравится не всем. Когда показывали передачи «Человек в маске», пришло очень много гневных писем от зрителей, которые просили не раскрывать секретов, потому что тайна нарушается. Разгадать секрет одного из самых шокирующих фокусов планеты безуспешно пытались сразу несколько разоблачителей. Но объяснить, каким образом Дэвид Копперфильд заставил исчезнуть целый самолет, не смог никто. Вот, скажем, исчезновение самолета у Копперфильда, исчезновение грузовика на видео шоу. Я думал, что они совершенно одинаково построены. Но когда я потом увидел исчезновение грузовика на сцене, меня поставило в ступор. Большинство разоблачителей считает, что на самом деле часть зрителей, окружающих самолет, ассистенты Копперфильда. Когда ширма закрывается, они просто отходят, импровизированную сцену сдвигают, а самолет боком вытягивают при помощи тягача. Суть этого фокуса – хождение по воде в массивной, не тонущей платформе из прозрачного материала – плексигласа. Ее устанавливают под сантиметровый слой воды. Именно с помощью прозрачных столов британский иллюзионист Стивен Фрейм, известный как «Динамо», прогулялся пешком по Темзе прямо на глазах у изумленных прохожих. Фокусник утверждает, что легко мог дойти до Вестминстерского дворца, если бы его не задержали полицейские. Хождение по воде – уникальный по своей придумке трюк. Это очень интересное инженерное решение. Когда раскрывают подобные трюки, становится очень обидно, потому что на самом деле этот трюк, это волшебство, реальное волшебство, создается впечатление. И вдруг кто-то берет и публикует чертежи этих уникальных изобретений. Сегодня фокусники чаще всего работают не в салонах и театрах, а на улицах. Это так называемая уличная магия или магия экспромта. Ее цель не заработать, а удивить, создать ощущение чуда. При этом трюк всегда снимают на видео, чтобы потом выложить в интернет. Именно так прославился американский иллюзионист Энди Гросс.
Секрет его трюка в специальной одежде. Под брюками спрятан тонкий каркас, создающий видимость ног. Сверху конструкцию закрывают края широкой рубашки. Все, что остается магу, это присесть в нужный момент, максимально сместив туловище в сторону. На положении тела построено очень много иллюзионных трюков. Используя особенности своего тела, иллюзионист создает впечатление такого сдвига туловища. Этот трюк превратил американского фокусника Криса Анджела в настоящую звезду. Посреди пустыни Невада на глазах у десятков зрителей иллюзионист взлетел в небо. В цирке и на сцене при помощи невидимых стальных нитей. Я в 83-м году работал в Америке у Зигфрида и Роя в международной программе, и они одни из первых демонстрировали подобные вещи – левитацию. Значит, пояс широкий под костюмом. Здесь 12 струн стальных справа и слева. И все, а там блок. Дальше декорация, свет в основе этого трюка. И все, и полетели. Вот только куда крепились эти тросы и кто поднимал Криса, разоблачителям так и не удалось выяснить. Сегодня любой человек может стать фокусником. Достаточно придумать эффектный трюк и выложить его в сеть. Или купить уже готовую чужую идею. Современные иллюзионисты патентуют свои трюки и продают права на их использование. И теперь есть возможность заказать во французском, немецком, американском, в шведском, в китайском магазине, в специализированных магазинах, где придумывают и изготавливают реквизиты трюки для специалистов. Левитацию летать – пожалуйста. Распиливание, пожалуйста, сжигать женщину, крокодила превратить в красавицу в клетке. Пожалуйста, не вопрос. Фокусников миллионы, артистов нет. Недавно авторы американского шоу «Разоблачение фокусов» раскрыли тайну своего ведущего в маске. Им оказался американский иллюзионист Вэл Валентино. На вопрос зрителей, зачем он раскрывает тайны трюков, Вэл признался: «Я разоблачаю старые фокусы, чтобы появились новые». Далее в программе. Старость в радость. На что способны современные пенсионеры? Как стать дамским угодником в 80 и модным диджеем в 70? И где лучше всего отметить 102 года? Всегда горите, веселитесь, получайте удовольствие от жизни, как я, и вы никогда не постареете. Кто такая Баба-Яга? Злая ведьма? Добрая целительница? Древняя богиня или инопланетянка? Откуда взялся знаменитый образ? Почему некоторые исследователи считают, что Яга – мужчина? И почему у избушки курьи ножки? Начнем с того, что образ Бабы-Яги вообще не для детей. Сказки рассказывались взрослыми для взрослых. Демоны Врубеля. Мистики считают, что художник был связан с потусторонним миром. Откуда взялись пугающие образы на картинах знаменитого живописца? Врубель где-то на 10-20 лет, как художник, в стиле своем опередил свое время. Парк кайнозойской эры. Ученые предполагают, что остров Сокотра в Индийском океане мог быть центром древнейшей цивилизации. Но как первобытные люди смогли попасть на изолированную землю? И почему этот остров называют машиной времени? Это осколок Гондваны. Вначале откололся Индостан, нынешняя Индия, потом стал откалываться Аравийский полуостров. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Стилисты признали англичанку Дафну Селф самой пожилой манекенщицей в мире. Она работает в модельном бизнесе с 1949 года. Но самое удивительное, что даже в свои 89 Селф продолжает пользоваться огромным спросом у модных домов и косметических марок. Так, недавно она стала лицом одного из известных брендов косметики. Но в чем ее секрет? Каким образом дедушки и бабушки завоевывают мировые подиумы? Как выглядят самые модные пенсионеры планеты? 80-летний Ван Дэ Шунь открыл неделю моды в Китае.
По словам звезды подиума, чтобы держать себя в форме, он по 3 часа в день проводит в спортзале. Причем профессионально тренироваться самый горячий дедушка Китая начал только в 70. Когда я был молод, я пил много крепкого алкоголя. С 20 до 70 курил и остановился только теперь. А эта тусовщица – пенсионерка Бадди Винкл. Всю жизнь она была скромницей и примерной домохозяйкой. А 4 года назад внучка завела любимой бабушке страницу в социальных сетях. С тех пор жизнь Бадди круто изменилась. Я Бадди Винкл, и это моя королевская речь. Всегда горите, веселитесь, получайте удовольствие от жизни, как я. И вы никогда не постареете. Никогда, никогда не постареете. Мне 88, и я постоянно провожу вечеринки. Всего за год количество подписчиков страницы веселой старушки перевалило за 1 миллион и продолжает расти с каждым днем. Британка Рут Флаверс стала диджеем в 68. По словам пенсионерки, ровесники считают ее сумасшедшей. Но «Мамми Рок» — это ее сценическое имя. Чужое мнение не волнует. Ведь теперь эта старушка зажигает в лучших ночных клубах Европы. Я сказала своему внуку: «Знаешь, что бабуля могла бы для тебя сделать? Играть музыку». И он ответил: «Бабуля, это было бы круто. Я с 6 лет не считал тебя такой крутой». Не уступает бойким западным старушкам и Елена Михайловна из Красноярска. 83 года она впервые отправилась в путешествие за границу. С тех пор пенсионерка не может остановиться. За последние 7 лет она побывала уже в 9 странах. Чехия, Германия, Польша, Турция, Вьетнам, Таиланд, Израиль, Испания и Доминикана. Причем некоторые из них Елена Михайловна посетила по нескольку раз. Всем привет из жаркого Таиланда. От бабули. Из каждой поездки Елена Михайловна привозит внукам сувениры. Торговаться на блошиных рынках и в сувенирных лавках – ее любимое занятие. Дешевле? Дешевле. $40. 25 вот это. Не, вот это. $50. Такой и такой. Тогда $40. Девай. Я... Еще один наш соотечественник Анатолий Михайлович Мазалов в свои почти 80 лет стал организатором настоящих танцевальных балов. Господа кавалерный поклон! Ко мне приходят люди, очень часто даже моего возраста, учиться танцевать. Люди ходят на танцы для того, чтобы встретиться. Я всю свою жизнь занимался спортом и танцевал. Даже работая, я все равно танцевал. Самой экстравагантной старушкой пользователи интернета признали американку Дороти Кастер. 5 лет назад, в свой день рождения, она прыгнула с парашютом со 150-метрового моста в тандеме с инструктором. К слову, в тот день Дороти отмечала свой 102-й день рождения. Хороший способ отпраздновать свой день рождения, особенно если вам 102 года. По словам психологов, старость в радость – это не редкость. Часто люди начинают заниматься тем, что им по-настоящему нравится, только после выхода на пенсию. Ученый Роб Рутледж из Центра Макса Планка выяснил, что с 17 и до 50 лет уровень счастья у человека постоянно падает. Но после 50 этот показатель начинает расти и достигает своего максимума к 70. По мнению специалистов, с возрастом человек перестает ориентироваться на чужое мнение и концентрируется на своих собственных желаниях. Жительница американского города Глинко Ши Шейнифельд нашла бутылку с посланием. Необычному письму более 36 лет. Его написала некая Джули Уотсон. В записке она просила разыскать ее и вернуть послание. В это сложно поверить, но Ши Шейнифельд выполнила просьбу. Она нашла Джули с помощью социальных сетей. На самом деле, даже в современном мире послания в бутылках не редкость. Как с их помощью люди спасаются от одиночества и даже смерти? Какие письма нашли своих адресатов через годы? И кто собрал самую большую коллекцию необычных посланий? У меня есть письмо. Это встреча Ши Шейнифельд и Джулии Уотсон. Когда Джулии было 8 лет, она отправила письмо в бутылке. Девочка просила человека, нашедшего записку, связаться с ней. Через 36 лет Ши выполнила просьбу Джулии. Не могу поверить, что держу его в руках. Я никогда не думала, что его вообще можно найти. Это невероятно.
Но оказалось, для письма в бутылке 36 лет – это еще не самый большой срок доставки. Послание, отправленное сотрудниками Морской биологической ассоциации Великобритании, провело в море более 108 лет. 3 года назад на пляже острова Амрум его нашла пенсионерка из Германии Марианна Винклер. Биологическая ассоциация даже выплатила немке вознаграждение – 1 старинный шиллинг. Я думаю, это редкий шанс. Ты находишь что-то, что какой-то человек отправил в бутылке когда-то. Найти послание, которому год или 10 лет, очень волнует. Но 100 лет – это просто потрясающе. Свое послание в бутылке канадец Стив Тубер нашел на берегу пляжа Тофино. Он приходил сюда каждое утро, собирал мусор, оставленный туристами и серферами. Это не работа. Просто таким образом Стив хотел сохранить уникальное место для будущих поколений. Она лежала вот там. Она была вся в пыли, но все равно выглядела как-то необычно. Внутри бутылки Стив разглядел письмо. Автор послания Эрл Уиллард. Он плыл из Сан-Франциско в Беллингем на пароходе Ренье. В записке Эрл также указал свой домашний адрес. К сожалению, Стиву не удалось найти родственников Уилларда. Послание в бутылках – это, в общем-то, такое вот проявление промысла Божьего. А это послание из бутылки, отправленное в 1968 году, стало началом многолетней дружбы. Сандра Моррис путешествовала на трансатлантическом лайнере с родителями, будучи 8-летней девочкой. Написала записку, запечатала бутылку и бросила в воду. Просто с предложением познакомиться с кем-то из своих сверстников. Через 3 месяца на пляже Южного Уэльса послание нашла ровесница Сандры, Розалинда Хирс. Женщины дружны до сих пор. Они встречались, они стали дружить с семьей. И 40-летие дружбы они отметили на том берегу, где была обнаружена Розалинда и вот эта самая бутылка. Привет, меня зовут Крис, мне 10 лет. Я живу в Сакраменто и учусь в 5-м классе. Позвони мне, когда найдешь это. 5 сентября 1988 год. 30 лет назад это послание в бутылке для Криса написала его мать Джан Поп. Молодому человеку исполнилось 20, когда он поругался с матерью и перестал общаться с ней. В 2016 году письмо из 1988 года нашла у берегов Калифорнии девушка и ее 5-летний сын Райдер. Они связались с Джен, и растроганная женщина пригласила их в гости. Привет. Ты Райдер? Приятно познакомиться. За свою уникальную находку Райдеру даже вручили подарок. Но самое удивительное, Джен Поп растрогала эта находка, и женщина решила найти своего 38-летнего сына и восстановить отношения. Прошлое есть прошлое. Я больше не могу с этим жить. Я просто хочу двигаться вперед, чтобы мы с сыном снова общались. А в 2005 году письмо в бутылке помогло спастись 88 беженцам из Эквадора и Перу. Контрабандисты напали на корабль с мигрантами. Начался штурм, они бросили этот корабль с мигрантами, но без еды, без питья, без какой-то аппаратуры связи. Там были дети, там были женщины. Буквально через 3 дня какие-то патрульные катера нашли их послание, бутылку, и все вот эти вот беженцы были спасены. В Нидерландах на берегу Северного моря живет Вим Круйсвейк, владелец самой большой в мире коллекции бутылок с посланиями. В его собрании 1200 штук. Но самое невероятное, голландец ответил на большую часть этих писем. Правда, по словам коллекционера, в последнее время находки случаются все реже. Круйсвейк считает, развитие информационных технологий лишило людей романтики. И теперь бутылочная почта навсегда ушла в прошлое. Далее в программе. Кто такая Баба-Яга? Злая ведьма? Добрая целительница? Древняя богиня? Или инопланетянка? Откуда взялся знаменитый образ? Почему некоторые исследователи считают, что Яга – мужчина? И почему у избушки курьи ножки? Начнем с того, что образ Бабы-Яги вообще не для детей. Сказки рассказывались взрослыми для взрослых. Демоны Врубеля. Мистики считают, что художник был связан с потусторонним миром. Откуда взялись пугающие образы на картинах знаменитого живописца? Врубель где-то на 10-20 лет, как художник, в стиле своем опередил свое время. Парк кайнозойской эры. Ученые предполагают, что остров Сокотра в Индийском океане мог быть центром древнейшей цивилизации. Но как первобытные люди смогли попасть на изолированную землю? И почему этот остров называют машиной
этой времени. Это осколок Гондваны. Вначале откололся Индостан, нынешняя Индия, потом стал откалываться Аравийский полуостров. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Баба-Яга из Екатеринбурга стала звездой интернета. В популярном ролике актер, переодетый в сказочную героиню, ездит по улицам города в ступе с электроприводом. Видео уже набрало больше 3 миллионов просмотров. Эта Баба-Яга прославилась не только в России, но и в США, и даже в Объединенных Арабских Эмиратах. Баба-Яга – злая ведьма из русских народных сказок. Но что мы знаем о ней на самом деле? Откуда пришел этот образ, и есть ли у него реальный прототип? Почему некоторые исследователи уверены, что Баба-Яга была мужчиной? И почему ее избушка стояла на курьих ножках? В это сложно поверить, но образ Бабы-Яги заинтересовал даже уфологов. Они уверены, что на самом деле сказочная героиня – инопланетянин. В преданиях таинственная старуха летала в ступе и заметала свой след огненным помелом. Когда она прилетала, поднималась буря, падали деревья и стоял дикий рев. По мнению специалистов, это описание напоминает работу реактивного двигателя космического корабля. Баба-Яга – один из самых спорных персонажей в мифологии. До сих пор точно неизвестно, где находится ее родина и кто она по национальности. Образ колдуньи встречается в легендах практически всех народов мира. Так, например, в Польше ее называют Янза, в Чехии – Ежебаба. Свой исторический прототип у злой волшебницы есть даже в Индии. В индуизме есть как бы темная ипостась женской богини, которая называется Дхумавати, которая как раз обитает на местах сожжения, ритуального сожжения тел. И она изображается как старуха в лохмотьях, перемазанная пеплом. Что это не как Баба-Яга? Она охраняет мир живых от мира мертвых и наоборот. Некоторые историки считают, что прототипом Бабы-Яги изначально был мужчина. С тюркских языков «бабай-ага» переводится как «большой господин». Так во времена ордынского ига на Руси называли татаро-монгольских воинов, забиравших славянских детей в рабство. Вот откуда могла появиться легенда, что Баба-Яга ворует малышей. Начнем с того, что образ Бабы-Яги вообще не для детей. Сказки рассказывались взрослыми для взрослых. Это была целая система ценностей, комментариев. И это отпечаталось в коллективной памяти и сохранилось практически в мифах. Но большинство фольклористов уверены, что Бабой-Ягой в древности называли травниц и знахарок. Они, как правило, селились в лесу. И хотя жители окрестных деревень пользовались их услугами, к целительницам относились плохо и считали ведьмами. А легенда, что они едят детей, могла появиться на основе славянского ритуала так называемого допекания младенца. Когда ребенок рождался недоношенным, то на Руси замешивали тесто, обмазывали ребенка тестом, сажали, ну, точнее, не сажали, а укладывали на хлебную лопату и всовывали в печь, когда там уже не горел огонь, а был вот этот вот пар. То есть корочка запекалась, и потом ее обдирали, и ребенок как бы считался возрожденный как бы к новой жизни. Но есть и другая версия. Баба-Яга – это языческий бог-проводник в мир мертвых. В сказках это место называют Тридевятым царством. Дело в том, что у древних славян был обычай возводить для мертвецов специальные домики. Их устанавливали на сваях, курьих ножках. Находились такие кладбища, как правило, на границе леса и поселения. Но самое главное – ставили их таким образом, чтобы выход из дома был в сторону леса. К лесу задом, ко мне передом. К лесу передом, к Ивану задом. Избушка на курьих ножках. Это, собственно, погребальная камера. То, что называется домовина. Действительно, строили нечто вроде таких шалашиков. И, видимо, эти шалашики стояли на каких-то подпорках, чтобы не добрались животные. Ух!
Внешний облик лесной старухи также вызывает споры. Дело в том, что ее не всегда изображали как горбатую старуху с костяной ногой. В языческой мифологии существовала богиня, которую звали Йогиня-матушка. Ее описывали как прекрасную молодую женщину, которая покровительствовала всем попавшим в беду людям. Возможно, именно этот образ и вдохновил авторов знаменитого сериала «Игра престолов» на создание персонажа Красной Жрицы. Красная жрица, которая связана с огнем, которая действительно постоянно занята только тем, что она либо управляет темными силами, либо стережет порог между мирами. Когда в одном из эпизодов, когда она снимает талисман рубиновое ожерелье, она превращается в старуху. И в этом случае очень может быть, что это прямая отсылка к архетипу Бабы-Яги. Недавно в США, в Майами, установили памятник Бабе-Яге. В честь торжественного открытия монумента по улицам города в ступе на колесиках даже прокатился актер, переодетый в костюм колдуньи. Через 108 лет после смерти художника Михаила Врубеля на его могиле наконец-то установят надгробие. Дело в том, что с момента смерти живописца в 1910 году на кладбище до сих пор так и не появилось могильного постамента. Сначала помешала Первая мировая война, а после о Врубеле просто забыли. Но в марте этого года власти Санкт-Петербурга наконец-то согласовали проект памятника на деньги, которые собрали активисты. Эзотерики считают, что незавершенность была проклятием Михаила Врубеля. Действительно, многие его работы так и остались недоделанными. Особенно это касалось мистических картин, изображений демонов. Но почему именно их не дописал художник? Что свело его с ума? И почему церковь отобрала у живописца заказ на оформление храмов? Панно Врубеля чудовищны, необходимо убрать. С такой формулировкой работы художника исключили из экспозиции выставки, организованной в честь коронации Николая II. Над творчеством Врубеля смеялась вся столица, а молодой Максим Горький опубликовал 5 статей, обличая нищету духа и бедность воображения художника. Врубель где-то на 10-20 лет, как художник, в стиле своем опередил свое время. И поэтому его не понимали. Первый скандал случился в Киеве. Врубеля пригласили расписывать Кирилловскую церковь. Лица апостолов на фресках храма художник срисовал с пациентов психиатрической больницы. Он говорил, что они видят и Бога, и дьявола, эти люди. То есть они между ним. В некотором измерении они недоступны... Это обычным людям, недоступным. Они видят нечто большее, и их облик, их вот глаза выражают нечто большее, чем у всех остальных. И он это передает на этих вот фресках. Но церковь такой подход не оценила. У Врубеля отобрали заказы и передали их другому живописцу, Виктору Васнецову. Некоторые исследователи считают, что именно после этого в творчестве Михаила Александровича появились образы демонов. Якобы он сам причислял себя к падшим ангелам. У Врубеля к демонам было отношение настолько личное, что многих он просто, например, останавливал писание. Он бросал писать, сжигал, уничтожал. Он, например, бросил свою, в общем, гениальную картину «Летящий демон». Он ее не дописал. Он перешел сразу на поверженного демона. Именно во время написания этой картины у Врубеля появились первые признаки сумасшествия. Демона поверженного отправили на выставку, но художник так и не смог закончить свою работу. Даже когда картина уже висела на стене, Врубель прямо на глазах у публики продолжал вносить все новые и новые исправления. Он умел рисовать то, что не видели все остальные. И я думаю, что демоническое что-то в этом было. То есть, невозможно вот так рисовать. Невозможно. Это был, часть силы, я думаю, ему демон все-таки вот придавал. Но зато он взял дорогую с него за это дело плату.
Художник окончательно сошел с ума, когда заболел и умер его единственный сын. Мальчику было всего 2 года. Он его мертвого рисует и открывает ему глаза. То есть он его с мертвого живого рисовал. И это был мощнейший удар, естественно, ну, который уже начал его гнуть к земле. Некоторые исследователи считают, что сумасшествие Врубеля напрямую связано с его увлечением мистицизмом и миром демонов. Но, по словам ученых, у болезни художника есть и сугубо научное объяснение. Он заболел сифилисом. Сифилис – это была тогда, конечно, трагедия поколения. Сифилис не умели нормально лечить. То есть лечили ртутью, яд этот ртутный, он спирохету-то убивал, но с другой стороны он и человека убивал. И люди, болевшие сифилисом, у них происходили сильнейшие психические отклонения. Врубель уже был тяжело болен, когда его талант наконец-то оценили современники. Он получил звание академика Императорской академии художеств. Но к тому моменту живописец уже ослеп и не мог писать. Последние годы жизни он провел в психиатрической лечебнице. По рассказам врачей, Врубель бредил, утверждал, что ему подарят сапфировые глаза. Но кто и когда, не уточнял. Однако современные эксперты отмечают, именно такие глаза смотрят на зрителей со всех полотен Врубеля. Российские археологи сделали сенсационное открытие. Во время раскопок на острове Сокотра ученые нашли древнейшие каменные орудия труда. Их возраст не менее 1,5 миллиона лет. До этого считалось, что первая промышленная технология зародилась на территории современной Танзании и за пределы африканского континента не выходила. Но неужели именно остров Сокотра был центром древнейшей цивилизации? И если это действительно так, то каким образом люди смогли попасть на большую землю с изолированного острова в Индийском океане? Остров Сокотра – настоящая машина времени. Российские археологи уверяют, этот клочок суши в Индийском океане – единственное место на планете, где природа оставалась нетронутой на протяжении 65 миллионов лет. Только здесь до сих пор можно встретить растения кайнозойской эры. Сокотра – это не остров, а небольшой такой архипелаг из нескольких островов. Особенность Сокотра – это огромное количество эндемиков, то есть видов животных и растений, которые нигде больше не встречаются. Главная достопримечательность острова – уникальное драконово дерево. Когда-то оно росло по всей Африке и даже встречалось у южных границ современной России. Но после очередной глобальной катастрофы это растение навсегда исчезло. Оно похоже на зонтик или даже на шляпку гриба. Толстый ствол, изогнутые ветви, которые оканчиваются пучками не листьев, а таких иголок, похожих на листья, наверное, алоэ. Если верить древней сокотрийской легенде, когда-то на острове водились драконы. Местные жители развязали с ними войну. Там, где пролилась кровь последнего монстра, выросло уникальное дерево. Именно поэтому мы называем его драконовым деревом. Оно очень твердое, но если разрезать кору, то прольется красный сок. Он напоминает кровь. Мы используем его как краситель и в качестве лекарства. Он отлично заживляет раны. Удивительно, но на Сокотре нет крупных животных. Ученые уверяют, такие виды просто не выживут. Территория острова слишком мала. Ее площадь немногим превышает размеры современной Москвы. Зато для экзотических птиц на Сокотре настоящий рай. Необычные птицы – это сокотранский стервятник. Он необычен тем, что он похож одновременно и на грифа, и на домашнюю птицу, там, на курицу или индюка, с ярко-желтым оперением вокруг головы. И поскольку людей нету, туристов нету, они совсем не боятся никого. Долгое время исследователи считали, что сохранить уникальную природу Сокотры удалось благодаря изолированности острова. До ближайшей точки на африканском континенте, мыса Гвардафуй, 230 километров. Но, как уверяют географы, так было не всегда. И вот остров Сокотра – это осколок Гондваны. Вначале откололся Индостан, нынешняя Индия, потом стал откалываться Аравийский полуостров, по разным оценкам, там 6-8 миллионов лет назад откололся, стал изолятом, то все те сообщества в
фавористические и фаунистические, которые там были, они, собственно говоря, стали развиваться несколько по иной линии, чем то, что происходило на континенте. Помимо уникальной природы, ученые обнаружили на Сокотре следы древнейшего человека. Десятки обработанных каменных объектов времен палеолита. Но неужели именно Сокотра была центром древнейшей цивилизации? Можно сказать, что как бы постоянное население где-то вот уже там 1005 лет существует. Постоянно дополняясь все новыми группами, так сказать, переселенцев. По мере того, как менялись хозяева. То есть как бы самостоятельной цивилизации там никогда не было. Это всегда была периферия каких-то других цивилизаций. Но если все действительно так, то каким образом наши далекие предки сумели добраться до этого острова? Если реконструировать дно, то есть перед последним ледниковым периодом уровень океана был ниже. И, соответственно, там не такие большие глубины, и можно проплывать маленькие расстояния. То есть сейчас мы смотрим там 200-300 километров. А раньше, если опустить уровень океана, то островки были там в 10 километрах, 15 друг от друга. И между ними могли плавать на каких-то прям подручных средствах. Археологи уверяют, после переселения предков современного человека на Сокотру на Земле случилось очередное таяние ледников. Уровень мирового океана вырос настолько, что люди потеряли связь с материком. В следующий раз человек ступил на эту Землю только после появления кораблестроения. По стандартам вот европейским, это ничтожное количество населения, да, порядка там 20 человек на квадратный километр, то они могут бегать босиком вот по этим щебнистым пустынным пространствам. За, так сказать, столетия адаптации к этим условиям, когда, так сказать, понятно, обуви не было, считается, больше в мире нигде таких бегунов нет. Каждый год на Сокотру приезжают около 2000 туристов. При этом никаких отелей и специально оборудованных пляжей на острове не предусмотрено. Да и сами местные жители по-прежнему обитают в гротах из глины, где кроме матраса и очага ничего нет. Федеральный архив Германии снял гриф секретности с военных планов ФРГ с 1961 по 1969 годы. В документах речь идет о проекте, который предполагал масштабное применение химического оружия против Советского Союза в случае нарушения им Варшавского договора. При этом провести закупку 14 тонн химикатов власти ФРГ планировали в США. Мало кто знает, но на тот момент американские спецслужбы вовсю проводили испытания нового вида оружия и делали это на собственных гражданах. Какие яды использовал Пентагон? Кто стал жертвами этого жуткого эксперимента? И почему проект 112 до сих пор считается самым секретным в мире? Этот проект власти США скрывали около 40 лет. О том, что Пентагон проводил серию испытаний химического и бактериологического оружия, мир узнал лишь в начале 2000-х. До этого американские спецслужбы все отрицали. Одним из самых закрытых на данный момент и мало изученных проектов секретных американских спецслужб является так называемый проект 112. Министерство обороны Соединенных Штатов долгое время отрицало само существование этого проекта, пока не закончилось шестилетнее расследование, проведенное журналистом Эриком Лангобарди, который представил его общественности на телеканале CBS. Журналист Эрик Лангобарди изучил несколько томов секретных документов. В них говорится, что проект 112 длился с 1962 по 1973 год. За это время Министерство обороны США испытало десятки штаммов смертоносных бактерий и сотни токсичных химических соединений. Причем опыты проводились на собственных гражданах. Без какого-то оповещения сотрудники, и не только сотрудники вооруженных сил США, подвергались атаке при помощи аэрозоля различными химическими препаратами и вирусами различных заболеваний. Известно о испытании небольших количеств зарина, газа ВХ, а также различных бактерий, которые имитировали в том числе такие болезни, как сибирская язва. Проект 112 включал в себя несколько спецопераций. Одна из них — ШАТ — испытание ядов на военных моряках. 13 американских боевых кораблей обработали зарином, ипритом и другими смертоносными газами. И все это втайне от их экипажей. Именно военно-морские силы Соединенных Штатов Америки были наиболее приспособлены для атаки
тех или иных территорий. Поэтому можно было легко пристать к той или иной пристани, к тому или иному порту, где можно было распылить это и спокойненько уйти с кораблей. Спустя какое-то время испытания стали проводить на жителях Нью-Йорка и Вашингтона. В 1965 году спецслужбы США распылили в метро аэрозоль с бактериями, которые уже через неделю вызвали настоящую эпидемию сенной лихорадки. Цифра, например, в 6 тысяч человек, так или иначе пострадавших в рамках этого проекта. Эти колбы специальные секретные агенты разбили на одной из станций нью-йоркского метро на остановке автобуса Greyhound. Это сеть автобусов для междугородного сообщения по Соединенным Штатам, и в национальном аэропорту. При этом ни местная полиция, ни местные различные санитарные и прочие медицинские службы не были оповещены. Историки уверяют, проект 112 пришелся американцам как нельзя кстати во время войны во Вьетнаме. Сначала американские военные обрабатывали химикатами рисовые поля и тем самым лишали врагов продовольствия. Затем пускали в ход биологическое оружие. Чтобы люди отравлялись, соответственно, сказать, погибали. И эта болезнь, чтобы имела эпидемиологический характер и распространялась практически на всех людей. И вот это, наверное, была главная цель, которую преследовали непосредственно руководители Центрального разведывательного управления и других спецслужб. По официальным данным, помимо США и Вьетнама, испытательными площадками проекта 112 стали Окинава, Каир, Либерия и Южная Корея. Но точное количество жертв этого эксперимента до сих пор неизвестно. Ни военным, ни обычным гражданам Вашингтон не выплатил ни копейки компенсации. Далее в программе. Почему люди не летают? Самые экстремальные летательные аппараты современности. Реактивный ранец и летающий скейт. Когда они станут доступны обычным людям? Кому удалось изобрести настоящий костюм железного человека? Просто стоит человек, включает двигатели и вертикально-вертикально поднимается над землей. Их поменяли телами. Женщины-бодибилдеры. На что они способны ради идеального тела? И кто готов сменить пол, чтобы стать похожим на олимпийского бога? Невозможно без какого-то допинга, потому что там результат уже настолько высокий, что обычный организм это просто не выдержит. Быстрее, выше, сильнее. Самые невероятные спортивные гаджеты современности. Как превратить рабочее место в беговую дорожку и разогнаться до 40 км в час? На что способны новые модели велосипедов? Это фитнес-дизайн будущего. И я хочу сделать их еще быстрее. Неизвестная история самого известного убийцы 20 века. Почему Марк Чепман убил Джона Леннона? И почему многие исследователи не верят в его виновность? Над пропастью во ржи Селлинджера он прочитал указания, на что он должен это сделать. Шокирующие подробности гибели группы Дятлова. Исследователи считают, что в могиле одного из членов экспедиции захоронен другой человек. Но кто это и кому понадобилась такая подмена? Он даже скрывал свое имя. То есть это уже наводит на какие-то мысли, что он был не тем, за кого себя выдавал. Спой, птичка, не стыдись. Австралийцы жалуются на нашествие павлинов. Почему местные орнитологи считают этих птиц угрозой для континента? Откуда в Австралии взялись дикие павлины, которых здесь никогда не было? Скрипач и пианист. Новые изобретения российских ученых. Каким образом эти машины смогут заменить солдат и космонавтов? И как поднять 200 килограммов силой мысли? Этот комплекс просто нацелен на восстановление работы кисти. Он сейчас практически готов к использованию. Загадка скелетов озера Роапкунд. На берегу водоема исследователи нашли тела 500 человек. Кем были эти люди и почему они умерли? На теле не было характерных для того времени ранений, рассеченных ран, там, отсеченной конечности. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Французский экстремал Фрэнк Запата показал миру свою новую разработку – летающий сегвей. Он уже прошел первые испытания. Известно, что аппарат способен подниматься на высоту до 3 километров и разгоняться до 150 километров в час. Это далеко не первая летающая новинка, достойная внимания. Зачем современному человеку нужны новые экстремальные средства передвижения?
И кто создал летающий ранец с реактивным двигателем? Каждый год инженеры создают новые летательные аппараты. И несмотря на разные технические решения, все эти гаджеты объединяет одна цель – преодолеть гравитацию. На этих кадрах первый в мире ховерборд. Устройство напоминает скейтборд, только вместо колес у него магниты. С их помощью доска способна лететь вместе с человеком на высоте 3 сантиметров. Правда, пока не везде. Нужна, во-первых, поверхность, индуктивная поверхность в виде меди. А, собственно, что находится в самом борде, в самом ховере, это 4 кольца, безостановочно вращающиеся кольца с разнонаправленными магнитами. Таким образом, он летит. Стоит ховерборд $10,000. Правда, эксперты отмечают, что аппарат пока несовершенен. Во время испытаний с доской не справился даже знаменитый скейтбордист Тони Хоук. Другая американская компания смогла поднять свой ховерборд на 30 сантиметров от земли. Все благодаря 36 пропеллерам, установленным внутри конструкции. Максимальная скорость аппарата — 20 километров в час. При этом доска летает над любой поверхностью. Цена гаджета — $15,000. Человек поднимается над какой-то поверхностью, летит вдоль дороги, и ему уже не обязательно иметь какую-то магнитную подушку. Но там, в принципе, работает тот же самый принцип почти воздушной подушки. Почему? Потому что нагнетается под площадку воздух за счет системы вентиляторов, которые работают на электродвигателях. На создание ховербордов инженеров обеих компаний вдохновил известный фантастический фильм, где главный герой уходил от погони на летающем скейтборде. Правда, обе доски пока явно уступают фантастическому агрегату из блокбастера. Вдохновился этим голливудским шедевром и канадский изобретатель Александр Дуру. Он создал ховерборд, способный поднять человека на несколько метров. Корпус необычного аппарата сделан из углепластика. У него 8 пропеллеров. Во время испытаний Дуру пролетел 276 метров на высоте около 5 метров. Это достижение даже попало в книгу рекордов Гиннесса. По словам экспертов, сегодня изобретение канадца — единственный рабочий летательный аппарат подобного типа. Тем не менее, эта конструкция пока не пошла в массовое производство. Сегодня позволить себе такой скейт будущего могут лишь очень богатые люди и организаторы многомиллионных шоу. Так, в прошлом году перед финалом Кубка Португалии по футболу мяч главному арбитру доставил человек, прилетевший на этом ховерборде. А швейцарский изобретатель Ив Росси создал реактивный ранец с жестким крылом, способный разгоняться до 200 км в час. В 2013 году с его помощью пилот 9 раз облетел гору Фудзияма, а через несколько лет пролетел над Дубаем. Это модель двигателя. Он абсолютно идентичен настоящему большому двигателю, который установлен на самолетах. Здесь находится крыло, точнее его нижняя часть, куда я помещаю свою пятую точку. Я могу двигать это крыло сзади. Это тоновый высотомер. Например, когда я превышаю безопасную высоту, я слышу звук, который как бы говорит мне: «Эй, чувак, тебе бы пора открыть парашют». Но самым невероятным летательным аппаратом считается костюм инженера Ричарда Браунинга. Это экзоскелет, оснащенный 6 компактными газовыми реактивными двигателями. На создание чудо-техники британца вдохновил супергерой из комиксов – Железный человек. Благодаря своему изобретению британец попал в книгу рекордов Гиннесса. Он стал первым человеком, разогнавшимся в летающем костюме до 51 км в час. В Иране бодибилдера Ширин Набакари признали самой сильной девушкой в стране. Ширин начала заниматься спортом с 14 лет. Поскольку женский культуризм не признан Министерством спорта Ирана, Набахари демонстрирует свои спортивные достижения не на соревнованиях, а в социальных сетях.
Но что заставляет хрупких девушек браться за гантели и штанги и наращивать мышцы, как у Шварценеггера? Почему они выбирают этот неженский спорт? Каким последствиям могут привести такие занятия? И чем жертвуют женщины, ставшие профессиональными бодибилдерами? «Богатырь в юбке» – такое прозвище получила спортсменка Наталья Кузнецова. Она легко приседает со штангой весом более 200 килограммов. Чтобы добиться этих результатов, девушка начала тренироваться с 14 лет. Я еще была ребенком, увидел там фото женщин-культуристок. Тело накачанное, рельефное. Мне показалось красиво. К 26 годам Наталья стала одной из самых сильных женщин в России. Она завоевала титул чемпиона мира по армлифтингу и стала рекордсменкой в жиме лежа. Объем бицепса девушки около 47 сантиметров. Бедро в обхвате почти 72 сантиметра. По словам самой спортсменки, такая красота требует жертв. Чтобы набрать экстремальную мышечную массу, ей пришлось принимать специальные препараты – стероиды. Из-за гормональной терапии у Натальи огрубел голос и уменьшилась грудь. Невозможно без какого-то допинга, потому что там результаты уже настолько высокие, что обычный организм это просто не выдержит. На самом деле у всех женщин, у кого низкий процент жира и пышная грудь, это все пластика, потому что, как назло, там жир и объем уходит первый. Эксперты отмечают, что из-за стероидов тела женщин-бодибилдеров постепенно становятся похожи на мужские. У спортсменок начинают расти не только мышцы, но также усы и борода. Многие девочки выходят, скажем так, со сцены с гормональными проблемами. 90%. Пропадают месячные у девочек, проблемы с щитовидной железы, с психикой. Потому что вот в таком состоянии находиться очень тяжело. В погоне за мышцами некоторые женщины даже решают сменить пол. Так поступила и американка Тамара Мюррелл. Теперь ее зовут Томас. Атлет тренируется 7 дней в неделю и выступает на соревнованиях для культуристов. Когда родители увидели, как меняется мое тело, они плакали. Им было трудно понять, почему я не хочу быть женственной и почему я столько времени провожу в тренажерном зале. Но затем родные смирились с моей новой внешностью. Ради победы на конкурсе бодибилдеров женщины готовы пожертвовать даже способностью к деторождению. По оценкам медиков, более 25% профессиональных культуристок бесплодны. Из-за этих стероидов у женщины-культуристки нет овуляции яйцеклетки. Если тестостерон это все, что называется, придавил, то как же она забеременеет? Вот накопив эту мышечную ткань, они начинают сушивать, выгонять воду, чтобы мышцы стали более рельефны. И вот эта вот сушка зачастую, она может приводить тоже к нарушениям со стороны организма. По словам врачей, некоторые спортсменки доводят процент жира в организме до минимума. Это приводит к трагедиям. Так, в Австралии недавно умерла чемпионка по бодибилдингу Энди Пейдж. Ей было всего 32 года. Девушка скончалась во сне после очередной тренировки. Хотя утверждалось, что она не принимала опасные препараты. Когда мы работаем над бицепсами, трицепсами, забывая, что человек – это гармонично развивающееся существо. Если мы концентрируемся только на культе тела и все свое время препровождение нацеливаем сюда, то, конечно же, смерть организма связана с запустеванием органов гормон-синтезирующих. Специалисты считают, что такая гормональная встряска бывает полезна для женщин в зрелом возрасте. Поэтому под контролем медиков и опытных тренеров культуризмом занимаются даже пенсионерки. Например, американка Эрнестина Шепард попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина-бодибилдер, участвующая в соревнованиях. Она начала занятия тяжелой атлетикой в 70 лет. Сейчас ей почти 82, и она продолжает заниматься со штангой. Далее в программе. Быстрее, выше, сильнее. Самые невероятные спортивные гаджеты современности. Как превратить рабочее место в беговую дорожку и разогнаться до 40 км в час? На что способны новые модели велосипедов? Это фитнес-дизайн будущего, и я хочу сделать их еще быстрее.
Неизвестная история самого известного убийцы 20 века. Почему Марк Чепман убил Джона Леннона? И почему многие исследователи не верят в его виновность? Над пропастью во ржи Селлинджера он прочитал указания, что он должен это сделать. Шокирующие подробности гибели группы Дятлова. Исследователи считают, что в могиле одного из членов экспедиции захоронен другой человек. Но кто это и кому понадобилась такая подмена? Он даже скрывал свое имя. То есть это уже наводит на какие-то мысли, что он был не тем, за кого себя выдал. Спой, птичка, не стыдись. Австралийцы жалуются на нашествие павлинов. Почему местные орнитологи считают этих птиц угрозой для континента? Откуда в Австралии взялись дикие павлины, которых здесь никогда не было? Скрипач и пианист. Новые изобретения российских ученых. Каким образом эти машины смогут заменить солдат и космонавтов? И как поднять 200 килограммов силой мысли? Этот комплекс просто нацелен на восстановление работы кисти. Он сейчас практически готов к использованию. Загадка скелетов озера Роапкунд. На берегу водоема исследователи нашли тела 500 человек. Кем были эти люди и почему они умерли? На теле не было характерных для того времени ранений, рассеченных ран, там, отсеченных конечностей. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В Нидерландах изготовили первые в мире кроссовки из жевательной резинки, собранной на улицах. По сути, из жвачки сделана только подошва, а вся остальная часть кед – кожаная. По словам создателей, на изготовление 4 пар кроссовок потребовался примерно 1 килограмм жевательной резинки. Разработчики уверены, что их технологию в будущем смогут использовать по всему миру. Ведь на улицах одного только Амстердама ежегодно оказывается почти 1,5 тонны жвачки. И на ее уборку городские службы тратят миллионы евро. По статистике, компании ежегодно выпускают сотни спортивных девайсов. Как сделать скучную тренировку увлекательнее видеоигры? Можно ли превратить рабочее место в спортзал? И когда на улицах города появится гибрид велосипеда и беговой дорожки? Эти кроссовки позволят без особой спортивной подготовки с легкостью обогнать олимпийского чемпиона Усейна Болта. В бионической обуви, созданной Кэхи Сеймуром, человек может разогнаться до 40 км в час. Это фитнес-дизайн будущего, и я хочу сделать их еще быстрее. В основе изобретения принцип работы ахилловых сухожилий страусов. Специальный механизм ботинок выталкивает ногу вперед на каждом шаге. При этом сама обувь очень легкая, поскольку сделана из авиационного алюминия и углеродного волокна. В будущем Сеймур планирует разогнать свою чудо-обувь до 70 км в час. Но фитнес-тренер Юлия Хованская считает, что для спортсмена вреда от этого изобретения гораздо больше, чем пользы. Он в каком-то таком положении находится и как будто бы немножко подсогнут в тазобедренном суставе. Нужно посмотреть, как биомеханика движения его происходит. Да, тем более с такой скоростью. Не вредят ли они суставам? Мне показалось, что тазобедренный у него как-то скован, то есть... Неестественно, он бежит, это точно. Самым популярным спортивным снарядом в мире считается велосипед. Всего на планете насчитывается около 1,5 миллиардов моделей железных коней. И ежегодно изобретатели велосипедов предлагают рынку десятки новых веломодификаций. Последняя новинка на рынке – гибрид самоката, велосипеда и роликовых коньков. Какой-то невероятный для меня гибрид. В принципе, биомеханика движения получается, как у роликовых коньков, да, но при этом траекторию, скажем так, поездки можно задавать рулем, да. Если сравнивать, допустим, с роликовыми коньками, то получается, у нас дополнительно включаются еще мышцы, соответственно, да, управление верхом тела. Смотрится конструкция достаточно странно, однако разработчики утверждают, что это очень эффективный тренажер. При его использовании задействуется более 10 мышц на спине, ногах, руках и торсе. Но спортивный журналист Станислав Жураховский утверждает, что без специальной подготовки освоить этот снаряд будет непросто.
Как вы себе представляете неподготовленного человека физически, который будет во всем этом обмундировании ездить? В этих рекламных роликах люди ездят прекрасно физически подготовлены, ну а люди, например, с лишним весом. То есть, ну, он просто-напросто грохнется. Если вы физически не подготовлены, то вряд ли это получится. Так как это все привязано к ногам, при любом падении вы просто-напросто оказываетесь в очень затруднительном положении. Еще один гибрид создали в Нидерландах. Велосипед, совмещенный с беговой дорожкой. Эта новинка рассчитана на тех, кто никак не может определиться с выбором любимого тренажера. Очень хороший велосипед для тех, кто ленится ходить. Да? Медленно идем, но зато при этом очень быстро перемещаемся в пространстве. Велосипед движется за счет электродвигателя и разгоняется до 25 км в час. При этом человек может регулировать темп и переключать скорости, а также полностью отключить электромотор и ехать самостоятельно. Цена чудо-агрегата около 160 тысяч рублей. Но, по мнению специалистов, пользы от таких упражнений не больше, чем от неспешной прогулки. Это просто попытка заработать денег, не более того. По той простой причине, что хорошая беговая дорожка, она не может быть маленькой. Она должна выдерживать человека с лишним весом. То есть, когда на нее встает парень вроде меня, килограмм так за 150, эта самая беговая дорожка весело разваливается просто-напросто. Еще один фитнес-гаджет представляет собой специальный велотренажер, подключенный к виртуальной реальности. Разработчики платформы утверждают, что с ней скучные тренировки превратятся в увлекательные гонки на скоростных болидах, скачки по прериям или полет на Пегасе. Чем быстрее ты крутишь педали в реальности, тем быстрее двигается твой персонаж в игре. Это очень крутая задумка, потому что геймеров вообще очень сложно вытащить из-за компьютера. Так уж лучше пускай он крутит педали, да, чем он просто будет сидеть на диване. Когда ты играешь, и при этом ты еще тратишь калории, при этом у тебя работает сердечно-сосудистая система, кислород-транспортная система тренируется. Это вообще прекрасно, это вообще замечательно, почему нет? Для работников офисов изобретатели создали специальный тренажер. Компактное устройство обеспечивает активность, максимально приближенную к ходьбе. При этом позволяет тренироваться, не покидая рабочего места. В этом году убийца легендарного музыканта группы «Битлз» Джона Леннона Марк Дэвид Чепман подал очередное прошение о помиловании. Зачем обычный охранник из Гонолулу застрелил всемирно известного музыканта? Кто на самом деле стоит за этим преступлением? И как Джон Леннон мог изменить ход истории? Этот снимок сделан 8 декабря 1980 года рядом со зданием «Дакота» в Нью-Йорке. Это последнее фото Джона Леннона. Певец дает автограф Марку Дэвиду Чепману, своему убийце. Через 6 часов на этом самом месте Чепман 5 раз выстрелит в экс-лидера «Битлз». Раненого музыканта в считанные минуты доставили в больницу, но он потерял слишком много крови. 8 декабря в 23:15 Джон Леннон умер. После того, как прогремели выстрелы, швейцар Дакоты выбил из рук Марка Чепмана пистолет. Удивительно, но убийца даже не попытался скрыться. Вместо этого Чепман сел на тротуар и стал читать роман Селлинджера «Над пропастью во ржи». На титульном листе книги была надпись «Холдену Колфилду от Холдена Колфилда». Это мои показания. В качестве мотивации он объяснил, что он должен был это сделать, поскольку в ряде книг того времени, современных книг, в том числе «Над пропастью во ржи» Селлинджера, он прочитал указания, что он должен это сделать. После таких заявлений Марка Чепмана сочли сумасшедшим. Спустя несколько часов после убийства он утверждал, что внутри него живут две сущности. Большая – очень добрая, и меньшая – дьявол. Ответственность за убийство Джона Леннона Чепман возложил на свою темную сущность. В дальнейшем его психическое состояние было признано невменяемым, хотя он получил за это тюремный срок, а не принудительное лечение. На суде в дальнейшем он общался цитатами исключительно из этой книги, поскольку он считал, что в этих цитатах совершенно четко описано, зачем он убил Джона Леннона.
25-летний Марк Дэвид Чепман работал охранником в жилом комплексе в Гонолулу. По одной из версий, на убийство его толкнул религиозный фанатизм. В суде Чепман признал свою вину и утверждал, что Бог приказал ему это сделать. В марте 66 года Джон Леннон дал интервью газете «Ивнинг Стандарт», которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Христианство уйдет. Оно исчезнет и усохнет. Не нужно спорить. Я прав, и будущее это докажет. Сейчас мы более популярны, чем Иисус. Я не знаю, что исчезнет раньше – рок-н-ролл или христианство». Чепман неоднократно менял свои показания. То называл себя виновным, то начинал все отрицать. Однажды он заявил, что убил Джона Леннона, потому что хотел разделить его славу. Чепман сослался на очень интересный факт, что он неудачник, что он вообще в этой жизни ничего, к сожалению, не достиг. А вот в убийстве Джона Леннона он стал великим, он вошел в историю, и он стал таким же непосредственно человеком, которого теперь знает весь мир. Но существует и другая версия. Якобы Марк Чепман всего лишь исполнитель преступления, а заказчиком была жена покойного, Йоко Оно. Всего через полгода после смерти певца она тайно вышла замуж за торговца антиквариатом Самуэля Хаваттои. Многие считали это странным поступком для безутешной вдовы. Поэтому, конечно, на нее падает тень, так же, как и она стала крупнейшей наследницей, его состояние, его практически единственной. Он не был заинтересован деньгами в силу своего образа жизни и своего мировоззрения, но, тем не менее, все эти деньги достались ей. И поэтому, конечно, тень подозрения падает и на нее. Однако большинство исследователей считает истинными виновниками преступления ЦРУ. Но чем певец мог помешать спецслужбам? Джон Леннон был не только суперзвездой, но и политическим активистом. Песню «Imagine», где бывший лидер Битлз изложил свои взгляды на мир, многие сочли коммунистическим манифестом. Imagine all the people living for today. Вьетнамские вот эти все события, которые происходили на тот момент, зная о том, что Леннон, он был проповедником мира, я думаю, что здесь могли к нему быть очень большие вопросы со стороны Центрального разведывательного управления. Более того, зная характер Леннона, я думаю, что он мог просто отказаться сотрудничать с ними. Но каким образом политические взгляды Леннона могли угрожать национальной безопасности США? В 60-е и 70-е радикальных воззрений придерживались многие, но у Леннона из-за его популярности были рычаги давления на власть. Так песня «Give Peace a Chance» стала гимном пацифистского движения. А в 1969 году британское телевидение назвало Джона Леннона одним из трех величайших политических деятелей десятилетия, наряду с Джоном Кеннеди и Мао Цзэдуном. Они все выступали против милитаризма, против американского вторжения во Вьетнам и различных других военных действий. И за ними шли миллионы, действительно, они могли своим мнением, своими выступлениями, причем не только музыкальными, но и выступлениями на митингах, действительно управлять общественным мнением. По одной из гипотез, спецслужбы США были не более чем организаторами преступления, а в роли заказчиков выступали сами политики. Через полтора месяца после убийства бывшего лидера Битлз президентом Соединенных Штатов стал Рональд Рейган, убежденный член так называемой «партии войны». Именно он назвал СССР империей зла. В убийстве Леннона мог быть заинтересован Рональд Рейган. По крайней мере, так считает сын Джона Леннона. Он вот фактически обвиняет Рейгана в том, что тот был заинтересован в смерти отца и через спецслужбы в этом поучаствовал. Но если за убийством Джона Леннона стоят спецслужбы, то почему исполнителем преступления стал обыкновенный охранник с Гавайских островов? И каким образом Чепмана заставили совершить это убийство? Дело в том, что в ЦРУ разрабатывался специальный эксперимент так называемого телепатического внушения, когда тот или иной человек мог вполне поддаться непосредственно этому внушению и совершить преступление. И
Чепман, возможно, и был таким человеком. Скорее всего, на него действовал так называемый телепатический гипноз, который внушал ему подготовку убийства Джона Леннона. Суд признал Марка Дэвида Чепмана вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет, чем воспользовались адвокаты. Однако 9 раз они получали отказ. Но почему после стольких лет убийцу продолжают держать за решеткой? Что это? Наказание за смерть одного из самых знаменитых музыкантов 20 века? Или просто кто-то очень не хочет, чтобы Марк Чепман рассказал правду об убийстве Джона Леннона? Далее в программе. Шокирующие подробности гибели группы Дятлова. Исследователи считают, что в могиле одного из членов экспедиции захоронен другой человек. Но кто это и кому понадобилась такая подмена? Он даже скрывал свое имя. То есть это уже наводит на какие-то мысли, что он был не тем, за кого себя выдавал. «Спой, птичка, не стыдись!» Австралийцы жалуются на нашествие павлинов. Почему местные орнитологи считают этих птиц угрозой для континента? Откуда в Австралии взялись дикие павлины, которых здесь никогда не было? Скрипач и пианист – новое изобретение российских ученых. Каким образом эти машины смогут заменить солдат и космонавтов? И как поднять 200 килограммов силой мысли? Этот комплекс просто нацелен на восстановление работы кисти. Он сейчас практически готов к использованию. Загадка скелетов озера Роапкунд. На берегу водоема исследователи нашли тела 500 человек. Кем были эти люди и почему они умерли? На теле не было характерных для того времени ранений, рассеченных ран, там, отсеченных конечностей. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Американцы создали модель летающего беспилотного такси. Внешне аппарат похож на вертолет, но пропеллеры у конструкции расположены так же, как у квадрокоптера. Электрический дрон может подниматься на высоту до 400 метров и перевозить до 4 человек. По словам создателей, одного заряда батареи беспилотнику хватит на расстоянии более 100 километров. Камера наружного наблюдения американского заповедника Йеллоустон зафиксировала неизвестное природное явление. На видеозаписи видно, как некий светящийся объект появился на горизонте. Затем он приблизился к вулкану и взорвался. Местные жители, ставшие очевидцами происшествия, попросили дирекцию парка прокомментировать случившееся. Но смотрители заповедника не смогли объяснить природу этого явления. На марсианских фотографиях НАСА уфологи обнаружили древний корабль пришельцев. По словам специалистов, на одном из кадров, сделанных спутником, можно разглядеть некий предмет треугольной формы с четырьмя выступами. Уфологи считают, что это обломки космолета инопланетян. Но сотрудники НАСА уверены, на снимке запечатлена одна из природных возвышенностей Красной планеты. В Екатеринбурге судмедэксперты эксгумировали тело Семена Золотарева. Этот человек был одним из участников так называемой группы Дятлова, погибшей при загадочных обстоятельствах в 1959 году в горах Северного Урала. Родственники умершего попросили провести экспертизу тела, так как не уверены, что в официальной могиле захоронен именно Семен Золотарев. Но что заставило племянников покойного начать разбираться в событиях более чем полувековой давности? Действительно ли в могиле Золотарева лежит другой человек? Что обнаружили эксперты? Родственники Семена Золотарева, одного из членов экспедиции Дятлова, планировали установить на могиле новый памятник. Именно тогда они обнаружили, что в архивах Ивановского кладбища Екатеринбурга нет записей об официальном захоронении Семена. Его имени нет и в списках Михайловского погоста, где погребены остальные погибшие. Семен Золотарев всегда считался самым загадочным участником этого турпохода. Многие знакомые только после его смерти узнали, как на самом деле звали этого человека. Самое интересное, что Семен Золотарев, когда знакомился с людьми, представлялся Александром. Он даже скрывал свое имя. То есть это уже наводит на какие-то мысли, что он был не тем, за кого себя выдавал. Игоря Дятлова буквально вынудили взять в поход Золотарева. На его участие настояло руководство туристического клуба, в котором состояли студенты. Он пошел
с ними как, собственно, инструктор. Этот человек попросился в группу, его никто не хотел брать, он познакомился с ними чуть ли не в самый последний момент. Ну, в итоге ему, как пишут, как нашли в дневниках участников этой группы, ему не смогли отказать, и он все-таки пошел с этой группой Дятлова в этот злополучный поход. Туристы ушли в горы в конце января 1959 года. Спасатели обнаружили их разрезанную палатку только через месяц. 5 замерзших тел лежали в радиусе 1,5 километра от нее. Почему эти люди выскочили на мороз, на свою погибель, до сих пор неизвестно. А часть тел была обнаружена еще позже, только в мае. Семена Золотарева нашли одним из последних. Его тело было в ручье и сильно разложилось. По старым заключениям судмедэкспертов, знакомые опознали погибшего. Но вопросы, точно ли это Золотарев, все равно остались. Больше всего удивляла странная татуировка на теле инструктора. Была в виде непонятного слова «дайярму азувая». Что означает это слово, что это набор букв, никому тоже непонятно было. Но его ученики в школе, где он работал учителем физкультуры, и при выполнении каких-то упражнений обнажал торс свой, с голым торсом выполнял это все, не видели никаких татуировок на этом теле. Наколки у спортсмена, члена КПСС, казались немыслимыми в то время. Может быть, тело Золотарева подменили? Но кому это понадобилось? По одной из версий, Золотарев мог быть агентом иностранной разведки. Говорят, что когда была война, он был завербован сотрудниками, собственно, какой-то немецкой либо западной разведки. Может быть, его забрали оттуда, его куратор, может быть, и, собственно, просто есть такие сведения, что он жил потом, ну, опять же, не подтвержденный, что он жил потом в Израиле, долгое время его видели. Известно, что Золотарев несколько лет работал в одном из закрытых городов, где добывали уран. Возможно, именно в горах он планировал передать какие-то секретные сведения. Многим исследователям эта версия кажется неправдоподобной. Зато она объясняет пророческие слова Золотарева. Когда он уходил в это злополучное путешествие, он сказал своим ученикам, что этот поход вы надолго узнаете. То есть и ученики как бы не поняли, о чем он вообще потом, да, не вспоминали, не поняли, о чем он, собственно, сказал. Что это значит «надолго узнаете». Так чье же тело лежит на Ивановском кладбище? Окончательного ответа на этот вопрос не дала даже эксгумация. Судмедэксперты установили, что на момент смерти мужчине было 35-40 лет. Это совпадает с возрастом Золотарева. Но специалистов удивили зубы покойного. Обнаружена фальш-коронка. То есть некоторые исследователи говорят, что это была какая-то, может быть, фальш-коронка. Это зуб, который нужен, которого на самом деле нет, и можно там что-то спрятать. Был ли такой зуб у Золотарева, неизвестно. Сейчас родственники дали согласие на проведение теста ДНК. Только он может установить, действительно ли в земле покоится тело участника группы. Известная авиакомпания запретила пассажирке брать на борт самолета павлина. Американка попыталась зарегистрировать птицу на рейс из Нью-Джерси в Лос-Анджелес. Павлина зовут Декстер, и, по словам его хозяйки, питомец помогает ей бороться со страхом перед полетами. Женщина даже предлагала оплатить птице отдельный билет на самолет, но менеджеры компании не пошли на уступки. В Австралии к павлинам закон еще суровее. Местные власти планируют ввести запрет на содержание этих птиц в домах, поскольку климатологи считают их угрозой для экосистемы всего континента. Но каким образом эти пернатые превратились в национальную угрозу? И почему из-за этих райских птиц гибнут люди? В Австралии павлины нападают на людей. Эти райские птицы только с виду выглядят безобидно. Однажды дикий павлин напал на мою дочь. По словам орнитологов, разъяренный павлин даже может выклевать глаза человеку. Особенно опасны самцы в брачный период. На павлинов жалуются и австралийские автомобилисты. Птицы выскакивают на дороге и становятся причиной серьезных аварий. Павлин птиц крупная, они, естественно, не соблюдают правила дорожного движения, они перебегают, они это перелетают. Это может привести действительно к серьезным последствиям. Он может попасть под колеса, может спровоцировать аварию. По словам историков, британские колонисты завезли павлинов в Австралию еще в конце 18-го, начале 19-го веков. Их держали в качестве домашних любимцев. Часто птицы сбегали на
волю. Без естественных врагов они быстро освоились и расплодились на новом месте. По разным оценкам, их численность уже превысила отметку в 30 тысяч особей. Сегодня австралийские орнитологи называют этих птиц пернатыми паразитами. Специалисты утверждают, что павлины даже могут уничтожить экосистему страны. Они могут сильно выесть семена растения, все, что там шевелится. Какие-нибудь паучки, червячки, ящерки. Не говоря уже о зерне, о зернах и всем. Это все сметается под ноль. Павлины не только уничтожают фермерские посевы. В поисках корма они прилетают и в крупные города. Эти пернатые уже заполонили австралийскую столицу Канберру. Местные жители жалуются, что не могут спать из-за криков этих птиц. Они кричат, как будто ребенок плачет. Я каждый раз с ужасом вбегаю в детскую. Думаю, что мой ребенок плачет. А это павлины. Когда их несколько, когда они поют душевно, пытаясь перекричать друг друга, что напоминает стадо диких котов в процессе, так сказать. Вот они. Вот они так орут, и слышно это на километр. Правда, некоторые жители городов, напротив, радуются появлению птиц. Они подкармливают и приручают павлинов. Павлины живут здесь уже многие годы. Они стали частью нашей жизни, членами одной большой семьи. Никто не хочет, чтобы их вывозили отсюда, или тем более, чтобы правительство стало их отстреливать. Наши дети обожают этих птиц. Они очень переживают по этому поводу. Власти города Брисбен заявили, что собираются запретить держать павлинов дома. Нарушителей будут штрафовать. А чтобы сократить популяцию, птиц будут убивать и продавать в местные рестораны. Мясо павлинов считается очень полезным продуктом. Например, некоторые уверены, что блюда из павлиньего мяса лечат глазные болезни. В США очевидцы сняли на видео мотоцикл-призрак. На камере видеонаблюдения видно, как байк завелся сам по себе и попытался выехать из помещения. По словам охранников, в тот момент в офисе не было ни одного человека. Никаких пультов дистанционного управления у этой модели мотоцикла нет. Исследователи аномальных явлений уверены, что это видео доказывает существование потусторонних сил. Испанец Эрик Родригес запустил в воздух дрон из пиццы. Сначала он испек корж в форме квадрокоптера, а затем прикрепил к нему двигатель, винты и видеокамеру. По словам Родригеса, он сделал несколько копий съедобного гаджета. Первый дрон развалился на части прямо в воздухе. Ранее Эрик уже собирал квадрокоптеры из необычных материалов. Так, несколько лет назад он запустил в небо летательный аппарат из старого CD-привода и картонной коробки. В российских больницах появились космические экзоскелеты. Это разработка отечественных инженеров. Изначально аппарат предполагалось использовать в программе изучения Марса. Но оказалось, изобретение может помочь людям с травмами позвоночника. Однако, как космический аппарат будут применять на Земле? На что способна эта конструкция? И почему специалисты называют ее первым шагом к созданию аватаров? Специально для нашей программы блогер Варгонзо Семен Пегов встретился с изобретателями экзоскелета и испытал чудо-машину на себе. В данном случае это вот экзоскелетный комплекс, который объединяет интерфейс мозг-компьютер и экзоскелет кисти пианист. Этот комплекс просто нацелен на восстановление работы кисти. Он сейчас практически готов к использованию. Основу пианиста составляет разработка экзоскелета для Марса. Управляемая мыслью конструкция – своего рода первый в мире реальный аватар. По задумке ученых, с помощью этого изобретения пилоты смогут управлять роботами, находящимися на других планетах прямо с Земли. Для реабилитации людей с травмами позвоночника ученые разработали похожий комплекс управления. Только в отличие от космического робота, эта машина сама учит человека управлять своими конечностями. Человеку, в первую очередь, при, так сказать, возвращении подвижности руки, нужно совершать так называемые функциональные движения. Взять, например, предмет, чашку, дотянуться до нее. Идеи, заложенные в нем, позволяют, так сказать, проводить именно такую реабилитацию. Экзосистема «Пианист» — не единственное изобретение российских ученых. Еще одна новинка — экзоскелет-скрипач. У этой механической руки 8 степеней свободы.
Когда ты хочешь, например, поднять 200 килограмм, экзоскелет угадывает ваши намерения, что вы, например, хотите что-то поднять. Дальше ведет эти, так сказать, это движение, совершает уже, так сказать, согласованно с вашими намерениями. По словам специалистов, применять экзоскелеты можно не только в медицине, но и в боевых операциях. Ведь такая машина существенно увеличивает силу солдата. Правда, ученые отмечают, что управлять таким механизмом достаточно сложно. Человек должен представить себе движение машины и даже внутренне почувствовать его. Чем отчетливее сигнал, тем проще аппарату будет выполнять приказ пилота. Нужно как бы концентрироваться на некотором ощущении от руки. Не зрительно, да, вот вы видите, а именно вот как бы вот ощущение, да, что вот вы делаете вот такое вот движение, вот оно, да, раскрытие. Когда это будет делать экзоскелет, это будет немножко неожиданно. Блогер Варгонза Семен Пегов решил испытать работу экзоскелета на себе. Сегодня специалисты разрабатывают полный экзоскелет, аватар, управляемый силой мысли. По словам футурологов, в будущем такие машины не только заменят космонавтов на других планетах, но и будут воевать вместо людей. Исследователи утверждают, что нашли разгадку тайны скелетов озера Рабкун. В середине прошлого века в Гималаях, на берегу водоема, ученые стали находить останки человеческих тел. Всего археологи нашли около 500 скелетов. Но из-за труднодоступности этого места поднять их специалистам не удалось. Дело в том, что часть останков находилась под водой. А даже в самые теплые месяцы озеро Рабкун частично покрыто льдом. Но кем были эти люди? Как и для чего они поднялись так высоко в горы? И почему погибли? Современные исследователи считают, что людей, чьи останки нашли на берегу индийского озера Рабкун, убили. Но кто и почему это сделал? В 70-х годах был проведен радиоуглеродный анализ и выяснили, что вроде как трупы образовались между 12 и 15 веками нашей эры. Кем были все эти люди и почему они оказались так высоко в горах? Одной из первых версий ученых, ее выдвинули еще в прошлом веке, стало предположение, что все 500 человек были жертвами военного нападения. Говорим уже там о Гималаях, это все-таки соперничество Индии, Китая в старые времена приводило к тому, что вырезали целые деревни и, конечно, происходили даже ритуальные убийства. Версию с ритуальным убийством ученые отмели сразу, ведь рядом с озером никогда не было ни одного поселения. Затем эксперты предположили, что останки могут принадлежать солдатам генерала Заравара Сингха. Считается, что его отряд заблудился и погиб в Гималаях, возвращаясь после одного из тибетских сражений в 1841 году. На теле не было характерных для того времени ранений, рассеченных ран, там, отсеченных конечностей, как это обычно бывает, там, зарубы на костях, если это с какой-то там бой на мечах, на саблях, что было бы характерно для 12-15 веков. Последние исследования показали, что ученые, обследовавшие эти останки в прошлом веке, ошиблись с возрастом скелетов. Они не учли, что лед слишком хорошо законсервировал тела. На некоторых из них даже сохранились волосы и ногти. По словам современных антропологов, эти люди умерли не позднее 9 века. Но самое удивительное, всех их убили одним и тем же способом. У них были травмы в верхней, задней части головы. Причем травмы были нанесены ровным круглым предметом. Это был очень как будто идеально ровный камень. Версию лавины исследователи отвергли сразу, поскольку в горах камни не могут быть идеально круглой формы. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что 500 человек могли стать жертвами гигантского града. Есть версия, что действительно были паломники, которые, путешествуя, проходя через это место, действительно попали под какую-то грозу или попали под какой-то град. Дело в том, что севернее озеро Рабкун пролегает маршрут индийских пилигримов. Каждые 12 лет тысячи человек проходят этой дорогой, чтобы умилостивить богиню Парвати. Возможно, в 9 веке, пытаясь спастись от града, паломники спустились к озеру, но так и не нашли здесь убежища.
Эту версию подтверждает и местная легенда. В народной песне гималайских женщин описывается богиня, которая разгневалась на людей, вторгшихся в ее горную обитель, и наслала на них смертельный дождь из камней, твердых как железо. У каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте делать это вместе. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели «Загадки человечества».